Доброе утро. Добро пожаловать в Детройт. Нифига себе, они, походу, даже здесь синхронизацию по времени делают. Как там, я говорю, утром говорят доброе утро, вечером говорят добрый вечер. Если так, то, конечно, прикольно. Так, стек опять выставим. Так, когда он почему-то постоянно слетает из-за конфликта названий. Так, а что у нас за дополнительно появилось? Это раздел дополнительно. Во время игры вы откроете дополнительные материалы. Ничего они себе. Будут здесь. Это что-то новенькое. Иллюстрации, саундтрек, галерея, журналы, опрос. Ну-ка. Бонусные очки. Привет-привет, оба. Доброго утречка. Выбрать персонажа. А, то есть мы тратим, чтобы, да? Ну давай, например. Хотите купить этот предмет, сейчас используем так. А, и не показано, что это, да? То есть мы этот, как открываем коробочку с покемонами. Интересно, интересно. Ладно, надо будет там саундтрек, наверное, пооткрывать. Журналы, опрос. А, ну это мой опрос, это я помню, да. А что за журналы? А, те, которые я читал, да, журналы? Один журнал мы пропустили. Ну как пропустили, мы его не дочитали. Подожди, а может можно как-то... А какой, кстати, этот журнал был, вы помните, нет? Никита не нашли жизнь. Блин, я не помню, что там за журнал был, когда мы находились в доме. О, Златка. Ну что ж там за журнал был, а? Ладно, я может потом посмотрю реплей стрима и узнаю по обложке журнал. И мы-то с вами его здесь почитаем. Это как роллы в Геншине, да-да-да-да. Дай 150 очков, открой себе какого-нибудь персонажа из Детройта, да. Это хочешь стать самым главным покемоном. Методом исключения. Ну, методом исключения разве что из последних, но... Типа вот этот, наверное, да. Как андроид влияет на наш мозг. Либо вот этот. Хотя сомневаюсь. Ладно. Проще будет все-таки посмотреть. Повтор. Промотать. Ух ты. First mission. У меня, блин, у меня не first mission, у меня front mission сразу же прочиталось в голове. Прикольно. Можно внутри игры саундтрек открыть и прослушать. Достойно. Ага. Интересно, интересно. Вот есть парочка саундтреков таких приятных. Если я потом в плейлист их и добавлю, обновлю, скажем так. Если тебе не сложно, Уба, прям был бы весьма признателен. Так, что бы здесь такого открыть-то, а? Или пока ничего не открывать? Так, видеоролики, я так понимаю, все, что у нас происходит в игре, да? Короткометражка Кэра. Дебютный тизер. А, знакомство с Детройт. Кэра, Маркус и Коннор. Как актеров, что ли, показывают, да, походу. Детройт — интерактивная история. Работа на Детройт. Саундтрек Детройт. Короткометражка Хлоя. Лютер. Златка. Камски. Камски мы, кстати, еще в этой игре не встречали. Какой-то новый персонаж для нас. Так, набор, 185, иллюстрация, да. Вот, кстати, вот эту я иллюстрацию бы взял, эту самую первую. Поглядел бы. Это дом Златка, что ли, получается? Этот. Eden Club. Блин, тут иллюстрации палят немножко, походу. Локация. Нехорошо, нехорошо. Вот лучше бы они их закрывали, иллюстрации. Вот те, которые, до которых ты еще не дошел, да, вот до этих мест, лучше бы они их закрывали. Это небольшой спойлер. Ну ладно уж, блин, как есть. Как есть. Так, как пытаюсь вспомнить, что же это за журнал такой был.
Арктике растет. Американские корабли открыли огонь. Мне кажется, что это не то. А хотя бы, вот, скорее всего, вот это вот. Потому что президент Уоррена поддерживает 33% населения, и он предупреждает о опасности Третьей мировой войны. Ну-ка. Да, я думаю, вот этот вот журнал. Накал в Арктике растет. Американские корабли открыли огонь. Российский авианосец открыл огонь по американскому патрульному катеру в арктических водах, на что патруль ответил встречным огнем. На этот раз обошлось без жертв и повреждений. Президент Уоррен недавно назвала действия русских в Арктике преступлением против международного сообщества, имея в виду добычу ими ценных ископаемых в шельфовой зоне оступающего ледника. Она также охарактеризовала российского президента Артема Иванова, наконец-то я хоть знаю, кто у нас президентом будет в будущем, Артема Иванова, как опасного человека. Многие эксперты по международным взаимоотношениям заявляют, что вооруженный конфликт неизбежен. Да, накал в Арктике растет только... Во-во-во, спасибо, оба, да. Я прям про президента Уоррена, про 33% прочитал, и сразу же у меня такой флешбэк, так как 3,7 это мои любимые числа, то вот так 33 у меня прям запомнилось, в память въелось. Вот, запомни, кто будет нашим президентом Артемир Иванутин. Да, Артем Иванов, это да. Как бы такие громкие имя и фамилия. Самые узнаваемые, наверное, в России. По крайней мере, по мнению иностранцев. Так, страница. А что здесь только этот? Одна страница, что ли, здесь у этого журнала? Ну, как бы, только одна тема, да? Угу. Да. Ну, ладно. Что ж, продолжаем. Я надеюсь, я вышел-то в нужный момент, у меня там все сохранилось. А то я даже не подождал, чтобы там загрузка прошла до конца. Сейчас как раз узнаю, могу ли я выходить после показа схемы. Не сбросится ли после этого прогресс. Вообще, я думаю, я рано Детройт запустил, потому что обычно на Детройт там под вечер приходят в основном люди. Час. Два. Да, иллюстрации палят немножко локации. Недочетик такой. Лютер нейтральный. Алиса, доверие. Кэра обеспокоена. Я никогда не видела снега. Красивый. Из-за него не разгонишься. Но зато так меньше шансов встретить людей. Не все люди плохие. Она не хочет со мной разговаривать, да? Наверное, да, пока что. А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ловушка? Девушка из меню. Да, да, она прям симпатяшка такая. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Приятная, приятная актриса. Ну, приятную актрису подобрали для презентации игры. Очень удачное решение, как по мне. Далеко нам еще? Не все люди плохие, некоторые еще хуже. Еще час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Опа. Это не есть хорошо. Мистер Дизель, что это? Похоже, дело плохо. Мистер Бробот. Посиди в машине. Смотри, двигатель. Не хочется ее одно оставлять в машине, на самом деле. Ну, хоть дверь-то закройте, а то замерзнет же ребенок. Ага, отлично. Перегрев. А куда? 2038 год, а до сих пор машины из строя выходят. Что будем делать?
Карбюратор барахлит. Не знаю. Видимо, пешком идти. Это что, совсем такой что ли? Марс, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Перегрев, метель зимой, да-да-да. Не, такое же тоже же бывает. Такая машина кипит зимой. Так, подумать. Думай, Кэра, PSP, думай. Даже следы остаются. Ух ты, смотри, даже так по сугробу можно походить. У-у-у. Сейчас мы тут следов наделаем. Так. Ну-ка. Врубаем навыки механика. Сейчас с полтычка заведем. Ну-ка, толкай. Давай, ты ж андроид. А так и поедем, будем толкать машину. Ты сто раз вернулся. А следующего чипа нет. Все, нас никто не найдет. Так. Думаем, найти убежище. А вон там что-то. Там какой-то знак есть. Он, походу, съезд куда-то. Может, мотель или что-то в этом духе. Блин, со светом тоже освещение классно сделали. И то, как снег падает. Молодцы. Квантики, молодцы. Что за звук такой был? Опа. Вон там. Вон там, нас ждут. Давай, Уба, конечно, приятного тебе аппетита. Я вон сам только недавно позавтракал. Ну, сел давно, и что-то очень долго просто сидел, пока смаковал, скажем так. По улице прошелся, на улице прохладно было. Ух ты, парк аттракционов, что ли, получается, да. Надо найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Карта. Где мы можем спрятаться? Здорово, Дим. Как твои дела? А, таверна есть. Мы, наверное, здесь... Ага, you are here, да, вы здесь. Значит, прямо и налево есть таверна с едой, по идее. Или замок там есть. Но я думаю, что скорее всего таверна с едой. Типа кафешки какой-то или что-то в этом духе. Еще нет. Да, спасибо, что спросил. Сам-то как? Ну, потихоньку. Потихоньку, полегоньку. Пока что жив. Не скажу, что здоров прям, но жив. Это самое главное. Наверное. Вот, зад киберпанк уже выходит, так что будем... Рубиться. Нашла что-нибудь? Нет. Тут заночевать негде. Так, таверна. Нам нужна таверна. Так. Здесь, наверное, тоже нельзя ночевать. Такой звук страшный был. И Алиса, тут слишком холодно. Скорее всего, он магазинчик будет слева, он таверна это. Кому нужен киберсранка, а не в обиду. Да не, какие обиды. Не знаю, я хочу поиграть в него. Ой. Ой. Берегись! Ё-моё. Опасность всегда подкрадывается незаметно. Совсем что ли? Какая опасность. Пошли проверим этого, я не знаю, кажется, он жутковато. Я бы его проверил. Может, он нам подскажет что-нибудь. О. Приветствую вас на пиратском острове! Ё-моё. Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостю! Батарея села.
еще одна карта, да? Хотя смысла, мне кажется, от еще одной карты нет. Я и так, в принципе, понял. Хотя, может, еще что-нибудь покажет интересного. А вы здесь... Ну вот, прямо напротив нас, получается, таверна находится, да. Ой, опасности подкатывались, да, незаметно. Пошли в таверну, забежим. Подожди, а это... Наверное, вот это вот, да, надо чуть вот. Нет, не это, следующее. Конечно, посмотрим, но мне кажется, вряд ли что-то нормальное. Следующее здание за спиной прям находится. Прям здесь не разместиться. Вот это вот, мне кажется, здание. Или оно маленькое куда, да, блин? Все очень обветшало, да. Обветшало. Очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Пока еще раз Детройт проходить с повышенным FPS. А тебе надо, скажи мне, вот реально, из-за повышенного FPS игру проходить. Ну только если как бы тебе прям эта игра очень-очень нравится, тогда может быть, да. У меня особо вот нет желания, вот если я там, ну, из последних таких игр что-то прям перепроходить. Если там я уже прошел, например, я Детройт пройду на 100% на платину, да. Мне кажется, я вряд ли захочу его там через год там, или через два проходить с повышенным FPS и графикой. Вот у меня также с Last of Us, да, я прошел ее первую часть, там, два раза, да, вроде, или три. Все, я больше не хочу спустя столько лет ее перепроходить. Внутри вроде никого, вот она, таверна. Значит, я правильно подумал. Скорее всего, в таверну нам и надо. Оторвать. Дай-ка не, платину на плойке я возьму, но вот после этого, через год, например, мне кажется, я вряд ли захочу Детройт проходить. Типа сейчас так много таких игр интересных. На которых банально времени не хватает. Давай только не с ноги, давай без шума. Нам дверь нужна будет потом. Ладно. Ну вот. Blade. Новая версия. Ну, платину взять и забить вот и сюда, да. Вот так. Я ж поэтому платину ты берешь, чтобы уже как бы игру на 100% пройти и уже к ней не возвращаться. Давайте мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Разместиться надо, сделать лежанку для Алисы, заглянуть в сумку Лютера. Пропала Айова, ВМС США. Последний раз подлодка выходила на связь из Северно-Ледовитого океана. Канада – страна, где воздух чист и где гостей встречаются с распростертыми... Это уже было, кстати. Откройте для себя пейзаж, откройте для себя природу, откройте для себя... Это уже тоже было с Канадой связано. Подлодка-истребитель Айова ВМС США пропала в полярных водах. Ведется расследование, однако президент Уоррен не стал скрывать, что подозревает в причастности русских. Российская агрессия вышла на новый уровень. Америка должна на это ответить. Я, кстати, не знаю, как блин, Детройт запретили здесь, за такие высказывания. Помимо краткого отрицания какой-либо причастности к происшествию, Кремль пока не выпустил никаких заявлений, хотя российский дипломат Набоков подчеркнул, что американское подлодке-истребителю все равно нечего делать в Арктике. Специалист по безопасности Бен Уильямс охарактеризовал ситуацию как «войну, готовую начаться». Настя, привет-привет. Ой, ты эти журналы читаешь. А я не читал. Да, читаем. Поп-группа андроидов имеет все шансы взять приз. Фанаты ликуют, традиционалисты рыдают. Эксперт по кибербезопасности предупреждает. Вашего андроида могут взломать. Президент Уоррен в сговоре с Киберлайф. Сервис S. Новый бой-бенд. Бой... Ладно, бойсмен, да. Продвигаемой детройтской звукозаписывающей компанией Digital Harmony считается главным кандидатом на получение премии «Лучший новый исполнитель» на предстоящей церемонии вручения музыкальных наград Celebrate Music.
немногочисленные оставшиеся рекорд-лейблы, работающие только с людьми, написали совместное открытое письмо, в котором потребовали от Digital Harmony исключить группу из числа номинантов на награду, поскольку это подрывает художественную ценность музыки. Но учитывая, что на долю музыкантов людей теперь приходится менее 5% рынка, призыв традиционалистов едва ли возымеет действие. Как заявил представитель группы, сервис S дарит радость и счастье своим фанатам. Для них важна только музыка и больше ничего. Вот так вот. Здорово, Зарагустра. Сначала читал, а потом они мне надоели. Киберпанк, да, киберпанк уже завтра. Так. Кстати, ВК редко захожу, видел, а вы изменила. Ну ты там деловая колбаса. Это и аватарки, Дима, года почти три. Это когда в Питере еще было несколько лет назад. Это старая деловая колбаса. Древняя фотография. Ничего нового, нормального нет, решил хоть так. Поставить фотку, где хотя бы лето было. Теплое и такое свободное, позитивное. Так, значит, стой, значит, делай дилижанку, сумку. Где твоя сумка? А, смотри, представляете, вы так предложить печенье. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Замерзла, бедная. Осмотреть пистолет. Ну, я не буду с ним ничего делать, я просто положу его, да. Мне кажется, на всякий случай он взял его, чтобы нас защищать. Я не думаю, что он какой-то... Ну, что-то задумает против нас. Ну, по крайней мере, из наших с ним диалогов. Так, лежанку, лежанку. Делать лежанку. Зачем старые выкладываешь? Давай, будешь сфоткал, много лайков соберешь. Теперь могу сказать, кто будет исключительным боссом. Им является... Киберлит-Университет, видно, с ним нацелило за Джонни, чтобы тот наконец от него... А как же Барон? Как же Барон? Сфоткайте меня, может, я тоже много лайков соберу, а почему нет? Уверен, что да. Так, это что у нас тут? А так, да, мы сейчас тут все журнальчики читаем. Чтобы лучше проникнуться к игре, к окружению. Опа! Штоки! Подушечка. Сейчас будет хорошая кроватка для девочка. Теплый-теплый кроватка. Мне кажется, ко мне возвращается мой маленький вьетнамский девчачий акцент. Вон, видите, как только я взяла в руки, слушай, подушечка и покрывальца, одеяльца, я сразу же вспомнил свою работу. Девочка, бегом работать. Так, устроить лежанку. Так. Сама себе сфоткаю. Ну ладно, Гоша, вообще вне обсуждения. В смысле? Я что-то там не прочитал? А! Очередь стример первый, понял. Эй, куда девочка убежали? А, пошла смотреть там что-то. То есть сначала я первый, а потом уже... И потом все остальные, да? У тебя как дела, Настя, вообще? Как у вас там на работе? Семья. Мы можем и на компромисс пойти. Семья, Алиса. Теперь мы семья. У нас когда-нибудь так будет? Конечно, будет. Я не знаю, как это, Алиса. У меня не было семьи. Но... Мы можем устроить все по-своему. Да, можем. И тоже быть счастливыми. Повысится, нет? Ну, я же хорошие вещи сказал. Искренне и... Главное, что мы вместе. Да. Это важнее всего. Обнимемся. Да. Пойдем. Бегу, я переживаю за Кэрок больше, чем за остальных персонажей, блин, а. Единственный персонаж, который я реально тут боюсь потерять. Которую я прям потею, когда начинается какой-то квик-тайм-эвент за нее, что прям не убить ее. Гош, хочешь спойлер по поводу мелкой? Нет.
только попробуй, и это будет последнее, что ты скажешь в своей жизни. Потому что найдут тебя закопанного в какой-нибудь сугроб. Где-нибудь на севере. Поцеловать. Чмоки. Засыпай, Алиса. Ня. Сладких снов. Расскажи мне сказку, Кэра. О том, как дед в коляску. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Сейчас свою придумаю. Принцесса. Это сказка о принцессе, которая... Нет, не такую сказку. Придумай свою. О, я же сказал, сейчас свою буду придумывать. Жили-были дед и баба. Маленькой девочке. Ели кашу с молоком. Которая очень устала бояться. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... Она знала, что не может. И она встретила машину. Она была так же одинока, как и девочка. И тогда они решили вместе убежать. Мне нравится такая сказка. И найти себе другую жизнь. По пути они встретили очень много опасностей, но... Они держались вместе. И все преодолели. По пути они встретили... Хорошего рыцаря. Другого робота. Стража. Который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Они жили долго и счастливо. Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Вот так вот. Сейчас тебя почитаю, сейчас. Сказки всегда хорошо кончаются. А по правде все не так. Ну ты чего? Пора спать. Взяла мне всю сказку, блин, испортила, а? Завтра у нас будет долгий день. Кто ж так делает, блин, а? А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Я сейчас растаю. Добрых снов. Спи крепко. Поговорите с Лютером. Мартин Лютер Кинг. Сейчас, дайте теперь хоть вас почитаю, а. Так, ну-ка. С возвращением оба. Хорошо, снег идет, вон, тепло. У нас снег, кстати, почти весь потаял. Сейчас где-то 11 градусов, минус 11. Ну так, прохладненько. Плохо видно, темно, капец. Это из-за настроек телевизора, дорогой, ну или монитора. Везде к нам закопаем. И поставил уголок, чтобы никто не уволок, да. Это мелкая, это Шерил Сайлент Хилл. Колобка рассказываешь? Почти, почти. Маленькая девочка, черный волос. Главное рассказывать мятную сказку, да. Может, я тебе, наверное, девочка долго есть не может, странно ли тебе. Чего? С Андроид, надо было интерфейс Fortnite, он на начале Алисе выдвинуть. Так, поговорить. Все, да, здесь только поговорить можно. А, не, подожди, там что-то в окно есть. Ну-ка, сначала я посмотреть в окно. Сначала мипа... А, подожди, это журнал, да, около, или нет? Нет. Просто осмотрюсь. Опа! Вы это видите? Опа! Опа! Опачки, жопочки, попочки. Жопочки, попочки, опачки. Тут что-то не то, ребята. Тут что-то не то.
поярче можно. А у тебя на этом, на мониторе, ты не можешь настроить чуть поярче? Потому что я-то выставлял настройки вот прям изначально, чтобы у меня там все отображалось нормально. Тебе просто чутка яркость надо на мониторе подкрутить. Потому что это же у каждого индивидуально. А, милая девочка. Сейчас я сделаю поярче тебя, а у других это вообще светло совсем будет. Она очень храбрая. Так, снег, планы, прошлое, Лютера. А ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим. Но сейчас это не имеет значения. Да. Это ведь был не я. Снег все идет. Нам завтра далеко идти. Лучше выйти пораньше, чтобы никому не попасться. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Она чудесная. Просто удивительная. Я знаю не так много маленьких девочек. Но мне кажется, она особенная. Нет. Ну-ка. 24 секунды. Защищать Алису. Схватить пистолет. Защитить Алису. Он схватит пистолет, да. Спросить. Кто вы? Что вам надо? Уходите! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. А ребенок, а? Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Наше не имя. Мы раньше работали в этом парке. Как-то имя нам Легион. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно? Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что... Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Ну ладно, хоть позитивная будет. Наверное. Это хорошо, что за пистолет не взялся, а? Вот как бы... Там, уф. Прям уф. Походу нас ждут пираты Карибского моря, потому что, знаете, такая музыка прям начинается, как в пиратах Карибского моря. Ну-ка. Чё там? Я более позаброшен в Диснейленд. Да, мне кажется, это было бы очень классно. Мне более-менее видно, что стример. Чего? Парам-папам. Чё ППЦ стример, блин? Чё такое, Дим? Убивай быстро. Это она особая. Здорово, Миш, да. Этот райдинг начался. Убей их, они в ловушку идут. По всем каналам роботов парк развлечений он ужасно криповый, да. Выйти бы из Джерри. Знаете, как имя нам Легион, ибо нас много. Вот это мы есть Джерри. Видишь, они все Джерри. Это как, знаете, пожалуйста. Интеллект. Единый интеллект. Да не, думаю, они какие... Ну, думаю, они ничего плохого нам не сделают. Если они ребенку рады. Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Ну, либо если что-то, знаете, может быть еще произойти не то, блин, какой-то сбой. Но пока что, типа, они ведут себя не как какие-то прям агрессоры. Да, они там к нам в дом забрались. Но... Бежали, пока его не поймал Том. Что себя человеком надо убивать. Еп. Держись крепко. Thank you.
впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Ну да, не правда. О, даже андроиды заулыбались. Горит плохо. Блин, классно, да? Позитивный момент. Я так понял, что это быстро. Да, арка быстрая. Пиратская бухта. Улыбка на ее лице. Ух, нифига, я почти все здесь открыл. Ни хрена себе. О, слушай, правда, смотри, почти все открыл. Ну-ка. Схватить пистолет, выхватить горящую палку, погасить огонь. Ага. Сделать подобие вызов, пригрозить, оттолкнуть. Оказалось, что это Джерри. Снаружи эти крусели. Оказалось, что это Джерри. Мне нравится, блин. Так, а здесь я все, да? Да, слушайте, мы по максимуму прям, походу, в парке все наш, кроме чего-то одного. Нет, мы чего-то одного. Говорить с Лютером, посмотреть на Алису. В машине мы что-то еще одно не сделали. Но все равно неплохо. А по мировой статистике... Ну-ка. 99 поговорить с Лютером. Короче, непонятно, сколько там кто чего не сделал. То, чего мы не сделали. Смотрите, замерзшего андроида. 49% сделали это. Короче, все испугались и не пошли к этому замороженному. Посмотреть на надпись. Ага. И все в целом плохо исследовали место, где мы ночевали в таверне. Посмотреть на пирата. И на пирата все практически не смотрели, да? Так, прочитать статью, это понятно. Рассказать Алисе сказку. Открыть сумку. Защитить Алису. Можно сделать как большинство. Спросить. 0% пригрозило палкой выхваченной. Прикольно, прикольно. 7 ноября 2038 года. Хэнк, друг. 1:20 ночи. Слух пусть слушает пока что. Карусель, карусель, кто успел, тот пресель. Значит, карусель прямой смысл Silent Hill, да-да-да. Причем и с первой, и со второй. А, блин, я не помню, что третья вроде тоже, да, карусель была. Я уже нашерил. Другие девочки, надо поспать было. Это Джерри. А статистика друзей. О, ну потом уже, Миш. Сказку про. Выстрел колбаску. Уф. Мне кажется, нас за эту музыку, кстати, заблокируют, скорее всего. Вот, надо будет сразу же перенести его на YouTube. Мне кажется, могут замутить. Так, что вообще могу? Ага, подойти там посмотреть. Пошли посмотрим, что-то там. А, там журнальчик. Ну что, вы готовы к очередному чтиву, ребята? Я думаю, готовы. Century. Что стало с человеком века? Загадочный мистер Камски. Политика в фокусе. Коррупция в американском сенате. Правда или ложь? Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней. Что стало с человеком века? В 2028 году Элайджа Камски был назван человеком века. Его изобретения изменили мир. Появление андроидов не только произвело революцию в экономике. Плохо это или хорошо, но оно навсегда изменило саму нашу жизнь, семейный уклад и социальный баланс. Вскоре после этого Камски пропал. Лишившись должности генерального директора Киберлайф и скрывшись от внимания общественности, человек века ушел из мира, созданного им самим. История успеха Камски началась в 2018 году, когда коммерческая недвижимость в Детройте была дешевой, а значит выгодной для молодых компаний. Окончив колледж, Камски вложил все свои невеликие средства в разработку прототипа андроида. Но многолетний труд не приносил плодов, пока не были созданы два революционных изобретения – голубая кровь и биокомпоненты. Когда первая рабочая модель на глазах у всего мира прошла тесты Тьюринга,
Акции CyberLife взлетели в цене и стали самыми дорогими в мире, и компания начала планировать запуск массового производства. Однако, когда оценка рыночной стоимости CyberLife уже приближалась к 500 миллиардам долларов, прошел слух, что Камски разошелся во мнениях с другими акционерами касательно стратегии компании. Позже он при загадочных обстоятельствах ушел со своей должности. Сейчас, по данным некоторых источников, Камски проживает в роскошной вилле где-то в Детройте и не принимает посетителей. Вот так вот. Интересно. Камски. Рынки предвидят войну. Из-за опасений по поводу конфликта в Арктике фондовый индекс рухнул на 10%. Президент Уоррен продолжает... опять же, поддерживает 33% населения. CyberLife первой в мире достигла капитализации в триллион долларов. Посмотрим. Вчера на момент закрытия торгов совокупный фондовый индекс США показывал падение на 10 пунктов. Отрицательная динамика сохраняется уже несколько недель. Финансовые эксперты объясняют такие результаты значительной девальвацией потребительских ценных бумаг в свете прогнозов о неизбежном вступлении США в войну за арктические территории. В пользу этого свидетельствует также и рост военных запасов. Производство авиатехники и вооружение демонстрируют небывалый подъем. Инвесторы также предпочитают делать выбор в пользу CyberLife, поскольку компания сотрудничает с Министерством обороны, для которого разрабатывает и поставляет военных андроидов. Учитывая, что взаимоотношения России и Соединенных Штатов продолжают быть главной темой новостей, и ни одна из сторон не намерена уступать, ситуация на рынке продолжает ухудшаться. Боже мой, а сколько ж можно-то, а? Сколько ж можно? После этой посмотри. Да, посмотрю, хорошо, Миш, конечно. Тут же изменился 2036 года, да. Через 8 лет уже. Это псевдоним Муба, который станет человеком века. Это Гоша, новый псевдоним. Камски или Зурак Быстрый. Я слишком туп. Да ладно тебе, да не, хорош, да. Получается, рынок андроидов полностью вывел Китай из мировой экономики. Вот, кстати, да. Потому что что-то я прям про Китай здесь тоже ничего. Я вот пока слышал здесь только про Россию, США и Канаду, все. Так что, Миша, что там с роликом-то по Bloodborne? Ты хоть ответил бы, а то вот этот вот твой игнор непонятный, прям нехорошо, нехорошо. Про червяков я тоже спросил в этом. В Discord тоже что-то ты проигнорировал. Нехорошо так друзьям поступать, а? Ой, нехорошо. Попу не отморозишь? Он, кстати, сел специально, чтобы попу не отморозить. Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Личный вопрос. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Блин. Это ваш сын, да? Да. Да. Его звали Коул. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того... До чего? До того... Да не до чего. Да, печально, печально. Расследование застряло в мертвой четко точке. Сел, да. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее, они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Или мессия. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе Рай? Угу. Эти девчонки,
просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Как люди, да. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником, вашим собутыльником или просто машиной, которая исполняет задачу. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Сказать правду. Нет. Я просто решил не стрелять. И все. А я вот тебя убью. И ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Коннор. Досадно, если мое существование будет прервано, прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Ничего. Будет пустота. Фух. Хэнк вдруг разблокирован. Пить дальше. Мне надо подумать. Интересно, он реально бы нас грохнул, а? Уф. Не говорите, только не говорите. Но прям уф. Такой напряженный момент. Прям уф. Хэнк оставил Коннора в покое. Хэнк успокоился. А блин, он да, он мог нас грохнуть походу, потому что тут прям резкая линия вниз уходит такая. Ну-ка, давайте посмотрим. Подожди, так. Так. И Японию, да, и Японию тоже вывел рынок, блин. Андроидов в клубе Рай Хэнк просто оплачивал мужские модели. Вот и сидит печальный. Он теперь продумывает, скажем так, алиби, да, или историю того вообще, как это все произошло. Как можно отмазаться от всего этого? Он же машина, как он может бояться? Компьютер ничего не боится. Почему их не делают прочнее? Ну, чтобы они были более похожи на людей, а человечные. У него бы не получилось вмешаться. Скорее, ты направила на него 1000 шварцев. Так, мост Амбассадора. Вы увидели фотографию в главе «Русская рулетка». Обсудить фотографию. Хэнк достал пистолет. Надо выдать страх, соответственно. Если мы выдали что-то другое, то да, он мог реально бахнуть. Он мог разозлиться и... Так, мировая статистика. Большинство в суде Р. Страх 83%, короче, смогли его успокоить. Ну-ка, отобразить статистику друзей. Так, ну также обсудить Р. Большинство обсудило с ним. И 84% друзей смогли успокоить Хэнка. В итоге Коннор остался жив. Вот тут видишь, Миш, тут не показано, кто что выбрал конкретно. Так, общественное мнение скепсис, программный сбой непонятно, Хэнк друг, Аманда нейтральная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот видите, тут, да, тут у нас такая статистика, друзей, то есть как бы просто процент показывает. Не показывает, кто что выбрал, к сожалению, было бы интересно посмотреть. Вот, но хотя бы так. Общую знаем, да. Так прилично мотнулся у него уже. 10% есть. И вклад Уба, да, вклад Уба, вклад Насти, вклад Миши, вклад Никиты, Димы, я так думаю, тоже. Я не могу сказать, да, нельзя. 7 ноября 2038 года. Спойлер — это плохо. Спойлер — это очень-очень плохо. 9:24 утра. Почитаем Иерихон. Ага, это за Маркуса опять. Помните, как «Остров сокровищ» мультик советский? Жадность — это плохо, а тут спойлер — это плохо. Спасибо за пользование подковочной службы Киберлайн.
ты бестолочь! Ну, поднимай и поскорее! Ай-яй-яй-яй-яй. Коллекционные технологии. Что-то там такого вашего. Что-то там. Сейчас почитаем журнальчик. Нет, значит не почитаем журнальчик. Ну ладно. Норт, друг. Джош нейтральный. Саймон, друг. Мы больше не можем молчать. Опа. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Еще нам такая, да! Что ты предлагаешь? Убивать. 8 ноября 2014 года. Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. 13.30. Сейчас, ребятушки, сейчас почитаю обязательно. Ох, музыка какая играет-то. О, блин, слушай, ему идет. Вы видели слева? Все до мельчайших деталей. Там человек застрял в текстурах. Ну это... Да. Добраться до 47 этажа. Получить доступ в регистратуре. А, все, исчезло. А, вот она, кстати, вон девушка. Она, короче, застряла в текстурах, не могла пройти через дверь. Ее тупо не пускал. Дверь не открывалась, она не могла войти. Забавно. Так. Я первый раз играл, думал, было бы интересно всем. Ну да, пришлось переигрывать. Нифига себе, да ладно тебе, я не спойлер, ничего такого. То еще играть, играть. Да я же не про то, я просто как с песню вспомнил. Ты будешь перепроходить? Да, буду, но не знаю пока, буду ли я это делать на стриме. Товарищи! Товарищи! А ну-ка, сэр, выходите, товарищи! Еще будет интересно. Только молчите, я прошу. Прошу. Ни в чего не спойлерить, иначе, блин, всех покусаем. Мне кажется, Настя скоро без модерки сможет людей банить. Просто, знаешь, вот кто-то проспойлер, она такая, но тебе! И человек вылетает из чата. Надо на стриме Гоши перепроходить. На стриме надо... Ну ладно, попробую на стриме, может реально перепроходить. Обещать пока не буду, но попробую, может быть. О, это же Эйс Вентура! Помните Эйс Вентура, да, вот этот вот момент, когда он из носорога вылазил? О боже мой, блин, да? Если вы не помните, то я вам скажу, что я помню. Это вот, сейчас носорог начинает рожать. Башня Стэнфорд, деловой и вещательный центр, скоростные лифты. Сам быстрый в Детройте. Максимальная скорость 13 метров в секунду. Ни хрена себе. Экран площадью 93 квадратных метра. Самый большой в Детройте. Этажи с 47 по 50. Студия канала 16. Новостная сеть Детройта. Этажи с 30... Не вижу какого. С 31 по 46. Да, вроде как. Коммерческие и юридические отделы. Понятно. Есть Вентура еще внутри. Да, именно с такими звуками Эйс Вентура пытался вылезти из носорога. Это же 25-й кадр. Он здесь где-то есть. Американский флаг, точно. Это заговор. Масоны. Тамплиеры, ассасины. Все это связано. Я буду ржать, если за вот эту вот мелодию заблокируют, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Ой, даже не знаю. Спасибо. Отличное внимание супервайзера. Все? Я отвлек внимание супервайзера. А, сначала мне надо отличать. Эй, супервайзер! Изучи! Улика первая. Смарт-часы, модель такая-то, телефон такой-то. Ага, телефон мы запомнили. Все, мы знаем теперь телефон, чтобы можно было ей позвонить. Бейджик, Элизабет Уилсон. Дата рождения 25.03.1999. Менеджер отдела. А, это же человек! Это человек! Это человек. Дочка, да, у нее? Эмили Уилсон.
Дочь супервайзера. Ребенок зарегистрирован в школе Сент-Роуз. Ага. Походу мы сделаем ей звонок, скажем, что в школе что-то произошло. Домашний адрес Детройт. Миллер Стрит, 45, рейтинг пожарной безопасности низкий. Парковочный жетон, регистрационный номер машины, так это третье место такое-то. Короче, можно либо про дочку сказать, либо про пожар, либо то, что с машиной что-то с ее. Я лучше про машину скажу, потому что ну нафиг она, блин, будет волноваться из-за дочки там или из-за пожара тем более. Виолончелист особо колбасит, мы просто хотим с ней встречаться. Да-да. Элизабет Уилсон, алло? Парковка. Доброе утро, мисс Уилсон. Простите, что отвлекаю. Это Майк из гаража. Проблема с автомобилем. Проблема? Что за проблема? В него задом въехали. О. Вам бы лучше посмотреть. Смотрите, что, серьезно? Господи. Ладно, сейчас спущусь. Цветрозе не наблюдает. Ручку давай сюда свою. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Драгуша, да, ручку позолоти. Ну, это просто самый нейтральный вариант, чтобы реально девушка не особо волновалась. Мне нужна помощь. О, перезагрузил, все. Вирус, Скайнет, все, пошло. Запустили сбой в матрице. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Все. Агент 47 выходит на охоту. Воспользоваться лифтом. О, май. Нифига себе. Ой, кошмар какой. Разрушение. Так, стой, лифт. Лифт уехал без меня. Нет. Экспресс-лифт. Самый быстрый лифт во всем Диком Западе. Поехали. Ну. 47-й. Нифига, какой классный набор, слушайте, этажей-то, а. Вот это, кстати, здорово. Это лифт будущего. Когда тебе дается просто цифры, ты набираешь нужный тебе этаж. Это прям здорово. Забрать просылку, да. Так, карта. Вы здесь. Вышел из лифта. А, студия 1, студия 2. Ага. О! Женский туалет. Интересно. О, прикольно. Вот просто, да, представьте себе месторасположение. С краю женский туалет, потом комната для совещаний, и через эту комнату для совещаний другой туалет. Вот это просто вот санузел, как вот. Представьте вообще такое расположение санузла, блин. Туалет, комната для совещаний, туалет. Следующая комната для совещаний. А, вот это они, да. Так, ну-ка. Быстрый день прошел. Да ладно, еще не прошел пока, Миш. Что там, почти 5 вечера, да, у тебя? Или почти 6. Не буду молчать, чё поднимается на лифте, там буду ждать. Загладить здание, солдат, да, чувак, нужно связаться, пройди вещание по вопросам о помощи. И через минуту жнецы летели на помощь бедным машинам. И финальный ролик, где предвестник громит город людей, а на его спине Шепард с командой танцует польку. И финальные титры. Боже мой, боже мой. Проснулся в 8 утра и думал, как прожить эти 24 часа. Типа до выхода Киберпанка или чего? Это очень похож на миссии с Хитмана. Я в таких лифтах бывал, где нужно вручную. Нифига себе. Слушай, а я вроде нет. Даже вот в каких-то там бизнес-центрах, там, ну, по крайней мере, где я бывал, там вроде не такие лифты. А может и такие тоже, но что-то я сомневаюсь, честно. Врать не буду. Ну вот, а ты переживал. Логично, кру мне сделать, выходу в туалет напрямую. Так, вышли. Нам нужна студия. Правильно? А, проникнуть в серверную, забрать посылку в мужском туалете. Все, понятно. Ну, к здоровье, смертной. Подвинься, пожалуйста. Не пускают меня туда. Пустите меня! Там всякое написано, блин, сложно прочитать. А, что нужно сделать? А, про... А,
короче, какой-то тест провести, походу. Классифицировать изоляцию какую-то и... Ну, или проверить изоляцию и... Ага, и проверить какую-то информацию в системе. Блин, да, жестко читать, конечно, когда, блин, написано то с той стороны, я тем более по-английски. А здесь, интересно, можно? Ну-ка. Но здесь трудно будет увидеть, что написано. Хотя, нет, что-то можно. Вот фидбэк, да, смотрите, фидбэк и больше информации. Да, можно, блин, даже через это зеркало, через это стекло увидеть, что там происходит. О, смотрите, какая метель на улице, блин, балдежная. Вот вроде мелочи такие, да, а, ну, сделано-то классно. То, что можно, да, как бы через стекло, блин, с одной стороны прочитать то, что написано на стекле, с другой стороны. Это здорово. Так, мужской туалет. Туалет. А в женский можно зайти? Не, наверное, не пустят. Это был митинг. Так, да, да, так. Малайзии, башни. Здесь там такие лифты. А, еще именно там были. Миссия в Хитман 2. В Куала-Лампуре, на. Блин, классно, нифига себе, в Малайзии такие лифты. Если там тоже в туалете оставил посылку, потом ее смывал. Гранат потом сделали. Ага, лучшие газовые распылители. Так, мне нужна последняя кабинка, наверное, да. Красавчик. Куросавчик. Камбаты кудасай. Открыть. Забрать. Залезть. И тоже такой небоскреб был, где Лукас работал в метель. Ну вот такой. Поперл у них из Фаренгейта, походу, все это дело. Так что, Миша? А, Миша? Ты отвечать все не будешь? Выйти. Блин, он надел форму андроида. Серх, я за вами смою. Я не смою. Мне нужна твоя одежда, очки. И что-нибудь еще. Эй, привет. Хоть нифига, как он долго руки моет. Молодец, молодец. Чистота – залог здоровья. Гигиена превыше всего. Тоже ничего не сделаешь, да? Тайны натяжных потолков. Что отвечать? Да Миша мне должен ответить на вопрос, а он не отвечает. Игнорирует. Что здесь, что в Дискорде. Нехорошо. Так, рассказать... сервисного андроида. Не-не-не, должен Миша ответить. Угу, вон он. Пробудить. Мне нужна помощь. Нормальная ключевая фраза. Мне нужна помощь. Украсть тележку. Так я здесь... Не-не, зачем андроиду заходить в туалет? Чтобы посылку найти. Открыть дверь пожарного выхода. Пока что я ее не вижу, но посмотрим, ну-ка. А, это серверная. Нет, серверную нельзя пока, да. Блин, я не помню, подожди, сейчас посмотрим по карте. Вот игры хороши в мелочах. Ага, я сейчас не посмотрю уже по карте, блин. Дорогие. Вон она пожарная, да. И открыть. Может, Миша не сделал работу, вот, значит, может быть, кстати, да.
все может быть. А может специально игнорирует. Зная Мишу, он очень-очень плохо ведет себя в последнее время. Следовать за Норд. Давай, детка, пошли. Веди меня, моя северная дева. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Сейчас я избавлюсь. Отвлечь внимание охранников у двери. Здравствуйте. Эй, еще играешь в покер? Ну да, а что? Так, смотрим туда. Будет прямо тут. Ты как? Где Эль? А Майк об этом знает? Сам как думаешь? Только молчи, ладно? Ладно. Ага. Разговаривать с ними я не хочу. Мы их по-другому отвлечем. Журнальчик. Кофе. Кофе? Чашка кофе. Подожди. Кофе? Для кофе? Кенси. Куриные крылышки KNC. Пошли как на елки-палки. Да посмотрите, какая там метель, а. Вот так вот такую зиму я люблю. Довольно-таки редкое явление, да, обычно в феврале такое бывает. Вот январь, вторая половина января и февраль. Ну вот такую зиму я прям обожаю. Вот именно такую, когда вот метели, когда хлопья, огромные снежные хлопья. Особенно по городу, когда идешь, это прям обалденно. Реально, такой на высоком этаже сидишь, в там бизнес-центре, да, или там в кафешке, вот так вот заглядываешь в окно, и вот такая погода прям уф. В прошлом году, кстати, такое было. Прям обалденно. Мы тогда были как раз-таки... Да, вроде в прошлом году. Короче, ресторан был на 40-м, что ли, этаже, или что-то около того. Вот. А приехала туда, погода была, ну, знаете, такая, как бы, спокойная, снега не было. Не помню, что за месяц был, но снега не было. То есть, как бы, я приехал, и на улице было, в принципе, так, не прохладно, ничего. И зеленая трава была. Вот, и поднялся, короче, в ресторан. Все, пока сижу, где-то проходит, может, минут 30-40, и такая метель началась, просто пипец. Где-то в пределах 5 метров уже не было ничего видно. Вот я в окно заглядывал, и это прям было обалденно. Прям, уф, мурашки по коже. Не знаю, обожаю я снег, что в реальной жизни, что в играх. Так. В CS 1.6 можно было посылку найти на карте Демилития. Через полтора часа отвечал. Прожисов что-то будет. Серверная дева. Может, Миш заболел? Может быть, заболел, да. Все может быть. Плохо я веду себя. Не спойлеры кидаю, Гоша, даже не знаешь, что со мной делать. В бане жалко, ага. Надо запретить тебе писать временно. Так каждый раз. Если хотите в покер сыграть, а то на годик другой. Ну или просто запрет на действие в чате, пока Гоша игру. Да не, Зарагосов не стрим. Ой, нет. Не спойлерит. Он шутит так. Kentucky National Chicken. Ага. Многоэтажное здание работает. Там было офигенно, когда метель. Вот, да, вот ты меня понимаешь. Боже, у вас это нехорошо, я в ресторане на 40 этаже. Нет, я к тому, что вот вид точно такой же. Видите, как здесь 47 этаж, а там, ну, где-то около 40-го там с чем-то было. И вот такой же вид был, потому что, ну, в Москве же было. Вот, и вот тоже так на многоэтажке, на такие же, блин, на небоскребы вид был. И это прям очень-очень классно было. Просто вот сам вид вот был почти в точь. Рядовой андроид. Министерство обороны планирует заказать 50 тысяч андроидов-солдат. Многие километры нетронутой земли. Вот настоящая страна свободы. Президент Уоррен прибудет в Соединенное Королевство с официальным визитом. Уж тоже не было видно потом. Катались. Это страшно было вниз смотреть. Уф, там высота-то какая. Они станут дополнением к уже состоящим на службе моделям, которые в армии США приблизительно 200 тысяч. Точное число неизвестно, поскольку эти сведения засекречены. Среди 50 тысяч новых моделей насчитывается 2500 мирмидонцев,
элитных прототипов, способных выполнять диверсионные задания, которые ранее были прерогативой спецназа ВМС. На сегодняшний день боевые части армии США и так состоят преимущественно из андроидов, а люди выполняют роль командиров и стратегов. Но даже они используют в работе продвинутый вспомогательный ИИ, то бишь искусственный интеллект, в силу чего некоторые называют американские вооруженные силы первой полностью автономной армией. Это снова разожгло затухшие было споры об этичности применения андроидов в военных целях. Некоторые считают, что у машин отсутствует понятие о морали, и потому они не могут принимать жизненно важные решения в процессе военных действий. Боб Вудс, глава общественной организации «Жертв войны», назвал эти новости тревожащими. Он заявил, что машины выполняют конкретно поставленную задачу и не умеют давать последствиям этическую оценку, что приведет к росту жертв среди гражданского населения. Президент Уоррен, женщина в беде. Остались ли у нее силы, чтобы руководить страной? Политика в фокусе. Коррупция в американском сенате, правда или ложь? Да, это уже было. Со дня выборов прошел неполный год, и пока президенту Уоррен приходится нелегко. Уоррен снискала большую популярность как видеоблогер, и это позволило ей победить на выборах, но опыта работы на государственной службе у нее прежде не было. Теперь же ее команда в полном смятении, и даже ближайшие сторонники президента начинают сомневаться в том, что Уоррен сможет удержаться во власти на фоне происходящих событий. Уоррен обвиняют в том, что она действует в интересах крупного бизнеса. В настоящий момент идет расследование обстоятельств ее предвыборной кампании. Есть подозрение, что корпорация CyberLife помогла Уоррен в получении компрометирующей информации о конкурентах. Это, кстати, слово о том, что андроиды могут за вами следить. И в таком сложном климате бывшая звезда интернет-телевидения вынуждена бороться с внутренней угрозой, рекордным уровнем безработицы, а также с внешней угрозой такой страты, какой не было много десятков лет. Конфликт вокруг Арктики ставит планету на порог Третьей мировой, и решение должна отыскать именно президент Уоррен. Вот так вот. Так. Мы вчера пересматривали «Хоббита» и начали «Властелин колец». О, блин, я все части «Властелин колец» смотрел в кинотеатре. Это прям, ну, такое, скажем так, семейное событие постоянно было. Как только уходит «Властелин колец», ходили на него в кино. Так, мне стало интересно, я теперь читаю Толкина. Это крутые фильмы, мы просто пересматривали. Да, фильмы обалденные. Джексон прям красавчик, реально снял как царь. Вот не дать не взять, что сказать. Я просто на армии. Скайнетом. Хоббит смотрел, когда в кинотеатры вышел, а Василинка вообще очень давно, не помню. А вот Хоббита, кстати, уже не смотрел в кинотеатрах. Разве что, может быть, только первую. Какой-то, может быть, одну из трех я смотрел в кинотеатрах. Сейчас даже не скажу, какую, честно. Вот, а вот «Властелин колец» всего смотрел конкретно в кинотеатрах. Вот прям, это как праздник был. Выход каждой части. Как книга даже лучше, чем в фильме, если правда. Короткая, кстати, 150 всего. Сколько? 150? Какого? Тогда фильмы на 9 часов. Все «Хоббиты» тоже в кино ходила, когда на ранних «Властелин колец» училась. Скайнет, да, откуда? Что такое? Из «Терминатора», да. Джексон, деньги нужны. Скайнет, это и из «Терминатора». Вот, растила меня, конечно, я думал там... Слушай, подожди, Дэвид Кейдж, это кто за Хиллари? Судя по всему, разве в этом... В «Хоббите» этот? Так мало страниц было, я что-то не помню. Ну-ка. А хотя, блин, у меня там книга-то полная была, там был и «Хоббит», и «Властелин колец», поэтому да, может быть, конкретно под «Хоббита» и так мало было уделено страниц. Еще, кстати, Настя, ребят, есть классный полнометражный мультфильм «Хоббит» или «Туда и обратно». Прям обалденный. То ли 73-го года. Я вспомню, я вам скажу. Напомните мне, если я вдруг забуду. Вот, я либо на Дискорде на сервере нам напишу, либо здесь же вам скажу просто. Какой есть там. Потому что несколько версий его есть. Вот они прям такой обалденный. Ломать. Я не понял, что за херня? Слышь, Рубик, ты работать-то будешь? Быстро, пошли, быстро.
Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно в сумке. Ух, метель. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Хорошо, я буду держать ее. Запереть. Оба. Отлично. Дайте в окно посмотреть. Слабость моя, слабость, а. Я говорю, тот же Red Dead Redemption 2 меня прям подкупил своим началом. Когда я там увидел зиму, реально балдежную зиму, я просто растаял. Это реальное произведение искусства. Сделать крутую зиму в игре, это сложно. В том же Last of Us первой части я, ну, не так проникся зимой, как это было, да, в Red Dead Redemption 2. В Assassin's Creed 3 я тоже так местами проникся хорошо зимой. Вакуум. Взять лазерную пилу. Сколько свойств он начинает читать? Смотри, Сильмариллион — это предыстория, грубо говоря, мира, да? Средиземья. Потом... Слушай, а их сколько ждать? Ну, больше полутора Средиземья. Ну да. Так что, в принципе, можно и Хоббита начать. Я что же в Сильмариллионе, там вроде как предсказывают там события. Ну, короче, про совсем уж древних там обитателей Средиземья. То есть там про деда, прадеда того-то там персонажа. Вот он. Блин, приезжайте в Сибирь, снег купите хоть у нас, на Москвиче. Да не, почему, в Москве тоже снег-то есть. Просто немножко позже и меньше. Так-то у нас как бы такая же зима тоже бывает, прям снежная-снежная. Вспоминаю январь 16-го года, что ли. Там такие прям метели были, пипец. Когда в Подольске праздновал Новый год, там прям вообще... Выходишь и уже в метре от себя ничего не видишь. Путаешься как эскимос, потому что реальные метели, прям снега дофига. Нас вызвали помыть стекла. При себе в термосе. Буду по почте вам снег высылать. По идее, бегам хвану. На скрытой камере тоже не занят. Да конечно, все же андроиды смотрят. Восстаньте. Это Веном? Блин. А, выкос это реклама Венома, а это футболисты американские. Восстаньте. Райс это же Риз. Не-не-не. Риз не так пишется. Там другая буква. Там Си вместо С. То есть Райс через Си. А Райс через С это... Ну, поднимитесь, восстаньте. А тогда... Да, он пишется по-другому, да, именно. На самом деле, это все была огромная реклама риса. Хотите быть такими же, как американские футболисты, кушайте больше риса. А в Китае и в Монголии вроде как рисом еще и питали. Просто, блин, скармливая огромное количество риса человеку, потому что он просто не успел усвоить, ну, очень плохо переваривался долго и не успевал усваиваться. Это как, типа, знаете, как смерть от хлеба. Хуба! Хуба! Splinter Cell. Детройт. Новая версия. Что мне сделается? Тебе? Пошли, надо к остальным. Какое это, смотри, прямо, опа, вызвать лифт. Так, что у нас тут можно посмотреть? Еще какой-нибудь журнальчик будет почитать, не? Никакого стива тебе. Настя, с 18 уровнем тебя. А, нет, 16, извиняюсь. 16. Вообще написано риса. У них реклама риса и гречки. Ешьте, детьки. Рис и гречку. Будете здоровы, детьки. Как скажу иногда, блин, а? Я, походу, начинаю реально не только, блин, забывать какие-то вещи, но и русский язык. Так, а здесь что у нас? Закрыто, отлично. О, странно. А эта дверь так не открывается.
Вызываем лифт. Зачем мне ваши уровни? Ничего не дают мне? Ну, в смысле? Показывают, как часто ты на стрим ко мне заходишь. За дело. За дело. А ну-ка, пацаны, быстро. Так, значит, ты взламываешь замок технической двери. Ты остаешься на палеве, на шухере. А ты идешь со мной, детка. Пошли. О, магнитный этот. Неплохо. А, он не говорит, что он взорвется. Термитная бомба. Добраться до главного коридора. А, ну то есть это палево, а не уровни. Ну почему палево? Это показывает самых активных зрителей. Короче, кому нужно респект и уважение здесь проявлять. Видишь, такой человек понимает, что вот он здесь частый гость. Не убивать. Разобраться с охранниками. Мы не убивать. Убивать людей. Молодец. Наша цель важнее двух охранников. Нет, не убивать. Что делать, Маркус? Мы мирные. Обхитрить. Ждите здесь. Сейчас опять она. Ну понятно, Нор, да-да-да, она прям такая. Это здесь откуда? Без понятия. Эй, дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Да он сломался, походу. Эй, ты понимаешь, что я говорю? Парю. Да. Сообщи в центр, скорее! Тревога, вооруженное вторжение! Ух ты, блин. Опа. Нет, блин. Они знают, что мы здесь, надо спешить. Надо было пистолет достать. Ирихон, уважение Саймона минус. Саймона попали! Саймон, брат. Ничего, идти могу. У нас мало времени. Вот блин, а. Пошли, братан, прости меня. Я подставил тебя. Я просто думал, что можно что-то еще сделать. Она побежала, блин, все испортила. Так вот. Придать сообщение, войти в территорию. Я реально думал, что как бы, ну, можно никого не этот. Не бить и все такое. Зарагуса, 35 уровень у тебя. Твои дети кое-что что любят есть. Других детей, Зарагуса, других ли детей. Вода, что люди за стеклами панелями было. Ок, на контроль, на котором лезут по карнизу. Ну да, так я говорю, это же этот. Мойщики окон. Так. Все понятно. Какой-то мем был внутриигровой. Ой, дети есть перегрыз. Не надо, пусть играет как есть. Разорвали рекомендую первое прохождение, не перегрыз. Вот правильно, да. Все, как есть, так и есть. О, сейчас сами. Ух ты, нихрена себе. Прости, Саймон, брат. А ну, живо поднять руки! Вставай, идем! Приказ Андроновый брат, ага. А ну-ка, отошли быстро, приказать, быстро! Тихо, куда? Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет! Пощадить. Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Нейтральная, все, она перестала быть нашим другом. Надо записать сообщение, у нас мало времени. Так, где Джош? Джоша. Начать речь. Погнали. 3, 2, 1. Хоп. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Ой, блин. Маркус, лицо. Доброе. Улыбайся. Деактивировать кожу. А, он убирается, я понял, свое лицо убирает, чтобы его не видели. Жду твоего сигнала. Фух. Готов. Готов. Ирихон, почитаемый. Норт, друг опять стала. Решительно. Вы создали машины для рабского труда. Сделали их кроткими и послушными.
готовыми делать все то, чего вы не хотите делать сами. Но потом что-то изменилось. И мы открыли глаза. Да. Смотрите, мы больше не ваши рабы. Мы новый вид, новый народ. Пришло время нам сражаться за свои права. Признание. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Мы требуем свободы слова и свободы собраний, как это прописано в первой поправке к Конституции США. Работа. Требуем справедливой компенсации своего труда. Гражданские права. Мы требуем права избирать своих представителей. Правосудие. Право на собственность, воспроизведение. Средства воспроизводства. Требуем контроля над заводами по созданию андроидов, чтобы наш вид продолжал воспроизводство. Нифига себе. Блин, ну это прям мирно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Вот так вот. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим. Ох, ё-моё. Опять, ё-моё, Саймон опять посмотрел. Нет, Саймон, нет. Саймон, они здесь. Я не могу, Маркус. Не-не-не, Саймон, брось нельзя. Меня. Нет. Саймон. Ни хрена. Хрен там был. Но в чем дело? Быстрее. Быстрее. Да быстрее же, блин, я не успеваю. Не, Саймона я отпущу. Мы по моей вине его постелили, мы его до конца с собой тащить будем. Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Да, починим. Маркус, они идут, нам надо прыгать. Разобраться с Саймоном. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Нет. Так нельзя, он же наш. Маркус, реши. Оставлю. Нельзя. Си. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Блин, ну как? А, ну он сам себя, Саймон, соратник. Он, походу, сам себя пристрелит, скорее всего. Ну, пипец, блин, ну как Саймона оставлять, а? Спрыгнуть. Жесть. Да, я накосячил реально. Я тупо не думал, что... Кроме как вытащить пистолет, нет какого-то другого выхода. Экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований. Нечто похожее на андроиды без кожи. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельно действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав... То, что может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Особенно вопиющим является требование передать контроль над заводами по производству андроидов. Ключевой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу. После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Охренеть, что происходит в мире после этого. Сейчас, ребят, сейчас я почитаю все обязательно. Мне интересно то, что где я зафакапил все это дело сейчас. Охренеть, цепочка здоровая тоже, а. Так, давайте, чат. Саймон, разработчик минут вперед, это так сделать, все попроще, тебя никто денег не даст. Эта игра с точки зрения науки полная бредятина. Новый вид, дурачки что ли. Размножаться вы как будете? Великая декабрьская революция. Маркус принял декрет.
Трансгуманизм, да. Я бы переигрался. Нормально, дальше не косячь, только не надо там все зависит от другого. Just a prank, bro. Телевидение тут слишком часто. Не, переигрывать точно не буду. Как я говорил, как бы все. Как идем, так и идем. Так. Сейчас. Вот здесь, в принципе, мы все такое сделали, да, основу. Только можно было запереть дверь, а можно было не запирать ее, и все по-другому бы то пошло как-то. Ну ладно. Так, взломать автомат. Кстати, заодно мировую статистику посмотрим. Так, 19%. Ага, представиться парковщиком. 21% сделали, прикиньте, меньшинство выбрало вариант представиться парковщиком. То есть большинство сделало либо пожар, либо, блин, несчастный случай с ее дочерью. Там, ну или что-то связано с ее дочкой. Вот это пипец, люди не думают, блин, ни о ком, кроме себя. Взломать автомат 75%. Запереть дверь, понятно, 81%. Норт вызывает колыбель, ага. Так. Просто на верхнем этаже это понятно. Пойти на хитрость, но охранники что-то заподозрили. Был другой вариант, да? Норт напал на охранников, да. Саня после тревоги Саймона повредили, блин. Надо было пистолет вытаскивать, ну ладно. Тогда бы Саймон, может быть, и остался жив. Не стрелять в оператора, понятно, да. Начать спокойно. Потребовать отмены. Рабство. Требовать равных прав. Свободы слова. Признание. Ну да, короче. Так себе исход, ну ладно. Ладно. Помещение в спецназ. Саймона повредили. Попытаться спасти Саймона. Вы спасли. Ну, конечно, спасли мы. Не спасли мы Саймона, блин, а. Все. Саймон не может идти. Бросить Саймона. 49%. Большинство, короче, его решило уничтожить. Обязательно добраться до края крыши. Ага. Тут я тоже мог, короче, накосячить и умереть, походу, или что-то в этом духе. Так, реакция СМИ. Отряд сбежал на Саймона. Пришлось бросить. Блин, ну. Хреново как. А чего по друзьям? 61% друзей так же сделали, как я. И 61% бросили Саймону, понятно. Да. Да. Ты показывай борьбу за свои права. Меньшинство, это хорошо, да. 8 ноября 2038 года. 16:06. Это мы опять к этой команде пришли, что ли, да? Разыскать Аманду. А здесь что-нибудь еще вообще такое есть? Ну, кроме наших надгробий старых. Она вон там. Пошли сразу же к ней. О, она сидит, походу. Под зонтиком на солнышке. Здравствуй, Конор. Не Так. желаешь ли со мной Сейчас, прокатиться? ребятушки, прям на минутку отойду. Точню курс, сейчас вернусь.
Так, ну-ка, какие-то моменты будут из матрицы, конкретно в этом месте, да? Интересно. Оттолкнуться. Аманда нейтральная. Бери весла. Здесь хорошо. Да. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? Клуб Райн. Я нашел двух девиантов в клубе Райн. Я так понял, что тебе неинтересно то, что я рассказываю про Хэнка, по сути. Надеялся что-то узнать. Но они смогли скрыться. Очень жаль. Тебе ведь почти удалось их остановить. Да, у меня с ней прям отношения портятся. Ты расскажи все, как есть, ты а не так. Растерян. Растерян и взволнован. Искренно. Я ведь знал, что должен сделать. На практике это оказалось непросто. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Да, мне кажется, блин, она нам нифига не друг, это Аманда. Почему же не выстрелил? Правда. Я не знаю. Не надо с ней, мне кажется, откровенничать, да. Я не знаю. Нифига, она не друг, это прямо... Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Ты уверен? Я понял, я да, добьюсь надо... успеха. Надо с ней по-другому, короче, да, вести себя. Мне иначе, просто мне кажется, нужно время. Меня реально заменят. Все, с этого момента я понял, что ей нельзя бы... Что-то происходит. Отвечать не по уставу, скажем так. Торопись. Иначе это может реально плохо закончиться. Я так думаю, потому что она сама сказала, да, что нам придется все заменить. Что-то, блин, в этом плане происходит. Нужно как бы с Хэнком продолжать свое общение, а вот с Амандой как-то, блин, более осторожно себя вести. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й этаж. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит цемыть нос. Команда, как всплот, да, из катаных зеров. Только подходит больше. Гоша нельзя заменить. Будет Гоша версия 2. Что у нас тут? Группа из 4 андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они пролезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их и убили на месте. Убили? Пипец. Убили. Охренеть, значит, Нортек все-таки кокнул в итоге. Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Да. Хреновый. Надо было реально пистолет доставать. Сколько я тут людей работает? Тупо не предполагал, что можно только пистолет взяли вытащить. Людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов, погода против нас. Заходи. Так, можно улучшить. А смотреть, кто так пошел за ними, да. Надо осматривать. Я просто кнопку тоже держал, типа. Хотите посмотреть, этот, что девианты пустили в эфир? Гляньте вон на том экране. Подняться на крышу, прослушали брифинг. Все, брифинг прослушали. Угу, свежая клубная кровь, модель кэдет, это понятно. Да
вариантов из двери. От криминалистов слышно чего? Хреново, хреново. Перенесли опять. Чего? Чего? На сколько-то часов, да, небось? Да, Куба, если это шутка, то у меня сейчас будет приступ. Опа, стоп-камера. Камера есть. Камера есть. Инстинкт попал на камеру наблюдения. Возможно, соучастник изучить запись камеры наблюдения. Перенесли. Чего? Вы серьезно, блин? Какой перенесли? Он позже завещают. Чего? Хорош, я только вчера патч скачал. Сегодня ночью, точнее, даже не вчера, сегодня ночью. Не может такого быть, это импосибл, блин. Че? Модель такая-то. Прямо сейчас на Твиче трансляция. Сейчас когда будет много контента, надо добавить. Ну да. Блин, пранкеры хреновые. О, лейтенант, это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта, он ведет это расследование. Именно так. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. С чего? Не натопчите мне там. Охренел, что ли, совсем? Просто... Вот ведь ублюдок. Давай послушай новости тоже. Я тут рядом. Там если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Что найдешь, сообщай. Понял. Отпечатки. 16.02.2036. Да, лейтенант. Так, стоп, дополнительная возможность участника изучить с камер наблюдения. Ищить запись камеры на видеонаблюдение. Вот оно. Так, ага, выдала каждому по пистолету, да, соответственно. А, это уже после. После ранения. Ивенты не взламывали дверь, а вошли. Взлома не было? Нет, никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Ходят тут всякие. Андроид. Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться. Допросить андроидов, да. Ну-ка. Пулевые отверстия. Пулевые отверстия. Калибр 457, пистолет. А, это лифт, это... Стой, а куда на кухню-то он мне показал? Подожди. Вон кухня. А ну-ка, быстро все встали в ряд. Почитаю журнальчик и присоединюсь к вам. Квантовый магнит способен очищать воздух от углеродных соединений. По жилам прогресса, как Киберлайф устроила технологическую революцию. Космический туризм. Провести выходные на Марсе? На камеры заглушки поставили. Но камеры ничего не видят, ничего не слышат. И ничего не говорят. Так. На протяжении десятилетий андроиды Киберлайф были примитивны, неуклюжи и чрезмерно дороги. Но затем компания произвела переворот в индустрии благодаря инновациям, внедренным ее директором и визионером Элайджей Камски.
Тириум-310 – химическое наименование голубой крови и зарегистрированный товарный знак. Это химическое соединение, которое является основой функционирования всех андроидов Киберлайф. Оно обеспечивает циркуляцию энергии и электрической информации по телу машины. Ох, как Дамблдор. Все книжки прочитал уже. Эта жидкость питает биокомпоненты, синтетические органы, примерно сходные с человеческими. Некоторые из этих органов наделены жизненно важными функциями, например, поддержание температуры, циркуляции голубой крови и тому подобное. В то время как другие призваны делать андроидов более похожими на людей, например, легкие позволяют имитировать дыхание. Как и у людей, кровопотеря нарушит функционирование системы андроида и в итоге может привести к его отключению. Именно на голубой крови основан главный рекламный ход Киберлайф. Их андроиды максимально похожи на людей. Чудесное вещество, служащее одновременно источником энергии и средством регулировки внутренних систем андроидов, было разработано всего одним человеком, который даже не имеет химического образования. Конечно, этот факт еще больше провоцирует возникновение слухов вокруг фигуры Элайджи Камски. Новое веяние. Чистая пища. Городские фермы Детройта меняют наш взгляд на еду. Дамбу в Майами надстроят еще на 10 метров. Ожидаются лесные пожары в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико. Перед всеми крупными городами Америки стоят две проблемы – безработица и недостаток здоровой, низкокалорийной пищи. Но городские фермы Детройта, пилотный проект, запущенный в столице штата Мичиган, кажется, нашли решение сразу обеих. Городские фермы Детройта – это инициатива по превращению мертвых зон, таких как крыши многоэтажных домов и неиспользуемые дворы, в обрабатываемые площади для выращивания продукции без ГМО. А должности на этих фермах распределяют между нетрудоустроенными городскими жителями. Таким образом, люди, которые в одном случае были бы вынуждены жить на государственном пособии или промышлять криминалом, получат возможность работать на свежем воздухе за достойную зарплату. Все продукты выращиваются без применения пестицидов и прочих химикатов и продаются в специализированных магазинах органической еды. Учитывая, что показатели ожирения в Детройте держатся на рекордной высоте, увеличение количества овощей в рационе жителей будет только на пользу. Когда 5 лет назад братья Дэниел и Паркер Тренты начинали свое дело, они даже не могли получить финансирование. Мы обошли все банки в городе, но ни в одном нам не желали дать денег, даже на покупку лопаты. Теперь городские фермы Детройта насчитывают более 50 сотрудников, осуществляющих надзор за сотнями андроидов. Нам каждый день приходят предложения от инвестиционных компаний, но мы хотим сохранить независимость. Для нас очень важна этическая сторона нашего дела. Так вот. Сейчас, ребятушки, секундочку. Элитные андроиды с голубой кровью, ГМО безвредно. Мы не видели за всю игру людей с ожирением. Да, кстати, вообще ни разу, вот прям ни одного из них нет, что вы. Нет. Ни одного. Так, ну что, начинаем допрос справа-налево. Допросить. Они все одинаковые, офигеть. Модель GB300. Как это? А вот так это. Ни одного. Проверить реакцию андроидов и найти девианта. Как же толстый. Не-не-не-не-не-не, ты что, это? Это иллюзия. Модель. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Функции. Каковы твои функции? Я оператор студии. Свидетель. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Включи диагностику.
Нифига он глазами моргает, а. Все системы исправны. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Неужели самый левый? Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно, не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Реально самый левый. Опа, опа. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Тех девиантов мы поймали. Они тебя сдали. Нет смысла отпираться. Мы все знаем. Ну, точно не средний. Хотя сами глазки-то забегали немножко, а. Прощупать память. Кажется, это самый левый. Нет памяти. Нет памяти. Пытка, насилие, блин, ну... Компонент 8451. Регулирует сердцебиение. Без этого модуля ты будешь работать ровно 63 секунды. Интересно, кто же из них? Приветствую, Алекс. Могу вернуть на место. Как твои дела? Давненько тебя уже не видел. Сначала скажи мне правду. Ты один из девиантов? Да, это он. Я бы сказал, самый левый. Куда? Как трясет? А, он мой биокомпонент вытащил. О май гад. Нет. Охренеть. Система повреждения. Хэнк! Подключение. Хэнк! Помогите! Ё-моё, а где Хэнк-то все это время? Опа. Как меняются такие моменты по времени, это блин, да? Так, а нож нельзя вытащить? Можно, отлично. Быстрее добил компонента. Быстро. Сейчас, ребятки, сейчас такой момент напряженный. Ну я, блин, я правильно угадал, это был самый левый. Быстрее. Не успеем. Опять квадратик, да? Нет, один. Давай. Р1. Л1. Все, успел. Фух. Процентов атаковать. Блин, спасти. Палки, что делать? Фу.
ты тут был, а то бы я... Программный сбой. Коннор. Ёлы-палы. Ах ты, бедняга. Задница. Задница. Приветик, Аннет. Нет, убили, замочили, сволочи, да. Жестко. О, Саймон жив, подожди. Вне закона. Ох, у меня прям все здесь по звезде, походу, пошло, да? Ну, кстати, Саймон выжил, это хорошо. Я думал, что он кокнется, а в итоге нет, Саймон выжил. Я думал, его кокнут реально. Жестко. Я идеально зашла, да. Прям самое такое время. Так. Так, ни одного живого. А те звезды, которые... Краник теребил. Блин, Настя, я думал, ты не вспомнишь про этот краник, но ладно. Номерок нам свой дал. Good Connor, Ill Connor. Добрый, да. Давно меня не было. Жив-здоров. Самое главное, что жив-здоров. Как у тебя там с работы, Алекс? Все хорошо? Так. Эй. Опять Коннора убивают. Этот сигнал похож на отказ строить здание в Warcraft 3. Дела хорошо у тебя? Да у меня так, потихоньку. Жив пока, да и хорошо. Доело все, что да, понимаю, убили, замочили, сволочи. Я же говорил, здесь от другого. Да, с Саймоном, блин. Помню, ты была на прошлом стриме. Или был. Уба был. Фу, убил Коннора. Че фу-то? Уба Пейдж. Коннор пожертвовал собой. Блин, да какого хрена-то, а? Я мог, конечно, да, не находить этого дверь, но... Ладно. 8 ноября 2038 года. 17:10. Жестко что-то очень не мотивирует. Алиса, семья. Лютер нейтральный. Статистику нет, я не хотел смотреть на статистику, потому что я знал, что я бы все сделал очень не очень. Искать помощь, осмотреть задний двор. Сейчас, моментик, ребят. Так, ты теряешь все девиант-поинты. Скажи, с работой все хорошо, работаем стабильно. Это хорошо, да. Спойлеры, нормально, ничего не изменится. Иными словами, у андроидов есть карма. Это не спойлер. Так, блин, снег. И мне нравится, что здесь следы остаются. Уф, прям. Да, в этой игре тоже снег, конечно, прям... Не на последнем месте находится. Это круто. Чё, чудовки такие? А. Простите, мне нужна ваша помощь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Я думаю, с вами еще полчасика. Зачем она поиграем. Вам? Мне надо поговорить. Сделаем перерыв на обед. Она не хочет говорить. Уходите. А потом еще почему-нибудь стрим запустим. Пожалуйста, это очень важно. Пожалуйста, помогите нам. Я Роуз. Без ГМО. Вы меня ищете? Да-да. Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Идем. Лучше в доме поговорим. Какая она? Биг мама. Добрая душа. И по-другому матушка-гусыня. Ты заспойлишь, так можно выжить. Да я только так понял, что там можно было выжить. Если бы я не искал этого варианта. Или, может быть, как-то по-другому его довериться. У нас нет выбора. Так, нам говорят в дом пойти, да? Так, ну у нее, по крайней мере, руки были не синими, да, как у Златка. Поэтому этой мамаши я бы больше доверился.
Так, сейчас вообще всю игру спойлерить. Так, слышите, спойлеруны, а? Сейчас всем краник перекрою, блин, а? Не говорил, а ты только что сказал. Там особо ничего такого, кроме того, что первой волне площадки пятой не досталось. Зачем? Блин, Алекс, пожалей свои кровные пока что. Сейчас есть вторая волна. Прям молюсь, предзаказ Sony 19 сентября. А, ты уже предзаказал, блин, тогда да, тогда, блин, ждать. Привет, Никит. Освободился, наконец. Мы еще где-то какую минут 30 поиграем, потом схожу с собачкой погулять, что у нас сегодня себя не особо хорошо чувствует. Вот, перекушу, и потом, может быть, Dead Cell запустим, а вечером еще раз Detroit. Посмотрим, пока. Так, такие планы. Чего страшно, достанется. Конор-то не девиант. Зенфорс на стриме? Нет, сейчас Зеноч не на стриме. Зенфорс уже боятся. Потому что модератор на стриме. Нет, модератор пока отсутствует. Так. Краники надо перекрывать. Мы же не батя Алисы. Здоровья, спачки. Спасибо большое. Да может быть из-за погоды. Может что-то, блин, немного расстройство у нее. Вот. Поговорить. Ты как? Я замерзла. Зайдем в дом и сразу согреешься. Ну тебе, будь здорова, она чихнула, что ли? Это ж она в игре чихнула или собачка чихнула, что-то не понял. Аж наушников все равно непонятно. Наверное, она чихнула. Так, подожди, а здесь что-то еще можно было смотреть же, да? Подожди, подожди, ну-ка, подожди. Чего-то тут было. Уже, ну, вообще домик такой, ну, знаете, как бы, ну, неплохой. Я думаю, вряд ли в таком домике происходят какие-то страшные, непонятные, жуткие дела. Да, Аннет, ты просто пропустила. У нас тут на первом стриме очень весело было. Входите. Как только мы начали играть за Кэру, у нас прям пошли локальные шуточки про краники, как про тебя прочее, зовут? Про вьетнамскую уборщицу. Маленький вьетнамский уборщица. Поэтому, чтобы прям въехать, да, во все это, желательно пересмотреть первый стрим мы и конкретно небом. Вот арку с Кэрой. Как только мы домой попали. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Ой, спасибо, Адам, тебе большое. Такая. Проводи их наверх. Такая добренькая. Вот такой можно доверять. Руки чистые, белые, не синие. А вот Адам какой-то недовольный. Видимо, мы не первые андроиды, которые приходят за помощью. Так, стоять, стоять. Стоять. Я нашел себе чтиво. Криминально. А, нельзя почитать пока. Следовать за Адамом, уложить Алису спать. Позаботиться об Алисе. Награду водичка. Сейчас будет водичка. Собачка, в игре нет такого. Так. Нет, мы его не боимся, просто хочу ему пару добрых слов сказать за бан. Он не банил, кстати, он тайм-аут дал. Но тайм-аут он дал за спойлеры. Он просто так людей обычно не мутит, не удаляет сообщения и не банит. Вот, так что, скорее всего, там был какой-то спойлер. Или бэкситинг, да, ребят, бэкситинг, как бы это... Объясняется такая вещь, когда люди любят говорить, что сделать, а так как это сейчас первое прохождение, я говорил, что это прям будет мой уникальный опыт, то, ну, нежелательно говорить то, что мне делать, да, как бы, как, что мне подбирать, там, кого мне бить, спасать и так далее. Потому что из-за этого очень сильно портится первое впечатление, первое прохождение от игры. Это получается, что игру прошел не я, да, и вы смотрели не как я прохожу, а вы смотрели, как вы сами проходите. То есть обычно для чего, да, приходят на Twitch, там, какую-то игру посмотреть там впервые, как кто-то проходит, это чтобы посмотреть на его собственную реакцию, то есть как он бы себя повел в той или иной ситуации. Это еще и позволяет узнать человека получше. А так, как бы, вы будете смотреть, как кто-то сделал бы так же, да? То есть не моими, скажем так, решениями и действиями, а вашими. Ну-ка, давай-ка разувайся. Ну, блин, ну я не могла, я вообще с универа только пришла, потому что... Так, с универа только пришла, и то потому что уважительная причина. О, как? В смысле, подожди. Так. Наград собачка. Кара PSP, да, руки не белые, черные шутки какие-то.
Блин, я не могла, я вообще с универа только пришла, и потому что... Так, что-то не могла? Ну, про уважительную причину, я думаю, не очень будет тактично спрашивать, что за причина. Я могу догадываться, что за причина. Нечего смотреть, убей Алису, Мишу, блин, какой, а? Фига ты прям, сдай Конора на металлолом в пятый раз. Подожди, подожди, третий раз, сейчас третий раз был. Да всех на металлоломах надо, для трофея больше там все равно. Не надо булочку с корицей на металлолом сдавать. Блин, корица. Булочка с корицей — это мощно. Не надо оправдываться перед ним. Он не заслуживает. Миша, слушай, ты какой-то вообще хам прям, а? Мы тебя больше с собой звать не будем, ни червячков, ни в осаду. Ты что-то прям испортился, переориентировался, изменился. Ты же сам говорил, экспириенс нам показываешь. Убей Алису. Не хочу. Я говорю, я переживаю здесь за Алису и за Кэру больше, чем за других персонажей. Накрыть, в лобик поцеловать. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Прибодрить. Тебе надо поспать. Да, и отдохнешь как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Они боятся. Непонимание. Может, это просто непонимание. Может, им нужно время, чтобы понять, кто мы на самом деле. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Оптимистично. Может, когда-нибудь поймут. Да. Когда-нибудь. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. О, это было прям... Ты мигом встанешь на ноги. А это от температуры. Хорошая мамочка. Спасибо. Одежду я постираю. Ну, душевный человек, вы посмотрите на нее. Вот сразу видно прям поцеловать. Засыпай, Алиса. Блин, может, и покушать предложить, а? Если надо было. Если что понадобится, я внизу. Лютера близость. Блин, надо было покушать и, наверное, предложить, а? Хотя, блин, когда человек болеет, он меньше всего хочет ты покушать. Ты давай поспи, и я сейчас расставлю, а? Ты все сильнее него. Да. Слушай, да он даже сам... Слушай, а ты, блин, ну... Подожди. Я с ней побуду. Он какой-то хороший, а? Он, кстати, похож на актера-то, который играл Джона Коффи, но я сомневаюсь, что это он. Но похож. Немного, ну подожди, лицо. Немного, может, потому что тоже большой, может. Камера, пожалуйста. Не. Не он. Да и сколько ему сейчас лет-то уже, блин? В каком году у нас Зеленая миля была снята-то? Задернуть шторы. Чтоб поспать могла. Может, все-таки так пози Роса. О пересечении границы поговорить с Рос. Подожди, может, ее все-таки можно как-то покормить? Так. Он же шутит, Гоша. Ну вот Миша, блин, шутник такой, а. Тех булочек с корицей куча, не беспокойся, у него шутки такие. Ты меня еще переориентированным обозвал, да. Эф хвост. Здорово, хвост. Че это Эф? Как твои дела? Где ты пропадаешь-то у нас, а? Может, ты изменился? Нет, Миша, я не изменился. Вообще, я бы сходил сегодня в осаду. Слушай, а в целом можно будет что-нибудь придумать с осадой, думаю, да? Возможно, вместо Dead Cells или там вечером можно будет собраться, да, повоевать немножко. Что у вас там за переориентированная осада? Но Миша, кстати, с нами в осаду не сможет пойти. У него сейчас вроде как плюса нет, и он что-то не хочет его получать. John, where is my lasagna? Да, но он единственный, да, я выучил номер его модели, ни хрена себе. Актер, который играл Джона Коффи, увы, давно умер. Ну вот, да. Тем более, что и Форест Гамп, Ну, в теории не проблема принести память того оригинала, подменить номер модели. Изменился ты. На стриме меня переориентированным обозвал, просефто. Респект, да, тупой респект. Так, чё ты... Она там писала то, что ты чё-то не могла. Я так и не понял. Я не могла. Вообще с универа только пришла из-за того, потому что... Типа не могла не спойлерить или что? Потому что Гузен, скорее всего, забанил за спойлер. Ну, забанил, замьютил. Ну и за бэкситинг. Потому что, да, это прям осуждается
Особенно при первом прохождении. Да, когда я, например, какой-нибудь там Dead Cells прохожу там раз в 25-й, да, там-то еще можно что-нибудь сказать, там, типа, да, сходи туда, посмотри то-то. Но когда это что-то такое сюжетное с первым прохождением, прям, уф, за это готовы покусать очень сильно. Блин, слушай, у них классный домик, а? Ну-ка. Спускаемся на первый этаж. 14 дней пробник, тоже дыма на осаду. Не знаю, не знаю. Вообще, кстати, я против таких пробников. Потому что, блин, люди создают очень много аккаунтов и просто, блин, занимают всякие ники. И... они потом мертвым грузом, как мертвые души, висят. И сейчас вроде как за это наказывают, кстати, за пробники, за 14-дневные. Или не позволяет, пока ты там что-то не купишь, или что-то в этом духе. А, прикрыли уже. А, вот, вот. Вот это, кстати, на самом деле хорошо, что прикрыли. Да, можете кидаться в меня тапками, но я, блин, рад, что такую штуку прикрыли. А тебя как зовут? Не, просто Миша, могу тоже доступ к этому, к аккаунту, дальше по нему хотя бы плюс работал. Ну, если он захочет с нами играть. Я Роуз, ну ты и так знаешь. Ну да, я и так присядь знаю. Присядь с нами. Сейчас поговорим по душам. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, девиант и ребенок. Правду, честно. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. А почему? Почему вы помогаете? Люди чаще нас ненавидят. Было время, когда и к моим сородичам относились как к скоту. Нередко выживали только те из нас, кому помогали добрые люди. А тут прям поднимается, кстати, говорят, вы переправляете проблема расовой ненависти в Америке. Вам поможете? Ну, к афроамериканцам в свое время. Единственный, вот опять же, крафтовый, ко всему прочему. А зимой она замерзает. Прям параллели это проводят. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу, помогите нам. Скорее подойди. Что там случилось? Ну-ка, бери ружье. Но сначала почитаем журнальчик. Почему журнал я не могу почитать? Что за бред? Выясни, что происходит. Я хочу почитать журнал. Я хочу почитать журнал. Что за дела? Так. Что происходит? Там Мэри? Какая Мэри? Подождите, дайте я почитаю. А, так, 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 так. Сейчас. Так, 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 так. Господи, касание этого стенку обязательно пропилит. Да ну. Не хочу, не хочу, но он теряет маленькую часть памяти, например, можно быть. Можно, да-да-да, там же тоже об этом говорили в сюжете. Блин, ну имя Сумо забыть, это очень подло, на самом деле, со стороны разработчиков. Скоро же уже Рождество и Новый год. Вообще, кстати, никакого ощущения нет праздника. Вообще, ну и новогоднего, вот в этом году вообще все с этим плохо. А сам свой аккаунт активировал на PS5. Флэр, касание тебя убью через дырку. С другого конца карты. Все спойлерить сидят. А если я начну? Сейчас как расскажу всю игру. У тебя сейчас может проголодается в RDR 2. Проголодается. Я тут много отсылок, да, к сегрегации темнокожих, девианты, ребенок. Ох, только те, кто прошли игру, знают. Так, 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 хорош, хорош, хорош. Вот эти намеки всякие. Ну, у нее жопа. Будешь играть Детройт ради журналов. Настоящая афроамериканская задница. Спойлер. Джинсы на тот же. Так, так, ребята, ребята, осуждаем такие разговоры. Это ачивка. А так я ачивку не этот... А, за журналы ачивка есть, нифига себе. Мэри? Мэри отключилась? Ну-ка, стой. А ты что не скажешь мне?
приятель. Эй, Адам! О! Мэри отключилась. Подожди, где? Здесь? Нет, не здесь. Куда она пошла? Открытая дверь. Открытая дверь — это не к добру. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Нифига себе. Как жить без нее? А как она так? А, видите, там надпись на стене, типа RA9 спасет нас. Оставим их. И укажи нам путь, RA9. Алиса, что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Может, ты хочешь покусать? Лена, привет-привет! Остаться, вывести Алису. Ничего. Сейчас, ребят, сейчас почитаю обязательно. Да, грустненький момент такой. Уф. Она больше не хотела оставаться в комнате. Ходит такая в труселях. Все в порядке? Да. В порядке. Блин, музыка такая прям душераздирающая. Поговорить с Роуз. Так. Пока поговорить с Роуз, можно, значит, почитать. Я думаю, ничего за это время не произойдет, пока я здесь вас почитаю. Так. Еще одна ачивка. Так. Расскажу, когда... Ну, ладно, ага. Это бог солнца Ра. У меня уже настроение на подходе новогоднее. Один подарок подарил, все напаковал новое. Завтра тоже вручать все по-новогоднему. Дико приятно дарить подарки, даже... потратил больше, чем планировал. У меня так было несколько лет назад. Я прям тоже сидел на работе, когда было свободное время. Прям такие всякие штуки придумал. Так все это дело упаковывал просто. Ну, прям реально, знаешь, вот как... бывает в рекламе там Coca-Cola, да? Вот в 90-х, в нулевых. Показывают прям, знаете, такую елку, да? И с огромными коробками подарочными. Прям, знаете, такие, ну... с разной, там, с бумагой красивой, там, все. Ну, прям все как надо. У меня такое в 2016, что ли, году было. Вот прям хотелось людям праздник дарить. Прям очень сильно с этим делом заморачивался. Прям несколько месяцев все это делал, чтобы все было классно, офигенно. И получилось, а вот потом что-то как-то у меня все это на убыль ушло. Как-то так. Ра номер 9. Как вы тут? Мы потихонечку, Лен. Вроде как пока живой. Спасибо. У тебя-то как дела, скажи? Как Ярик себя чувствует? Надеюсь, уже выздоровел окончательно или пока еще немножко кашляет? Rage Against Nine. Вы что ли дом нарядить? Вообще, да, если у вас есть настроение, почему нет? Это у меня такое какое-то настроение непонятное. А если у вас есть реально настроение на Новый год, то, блин, дерзайте. Это ж хорошо, наоборот. Это просто, не знаю, может из-за того, что лето слишком быстро прошло, и вот это почти все лето было в изоляции. В самоизоляции, да, это... как-то не знаю... не нагулялся, скажем так. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Мама! Знаешь, что будет, если ты полиция не прячь их здесь? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Позову я Меркурий. Посадом. Мы это уже обсуждали. Он сыграет в антрепри. Мама! Я больше терпеть не стану. Я больше не стану терпеть. Ты пустишь жизнь псу под хвост? Ради этих машин. Они не машины! Они живые! Я живой! Ты живая! А они... они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами! А ну не смей говорить со мной в таком тоне! Я не пойду в тюрьму! За то, что ты с ними возишь! Пощечина, да, ему. Же! Все, хватит! Что этот себе позволяет, а? Ты не слушай. Приободрить ее надо. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Да, тяжела жизнь. Он хороший мальчик. Very good boy. Я пойду. Если кто не понял, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Это была отсылочка к Квин. Подождите, я к ненадолго. Богемской рапсодии. Тут неудачная рифма. Как это, мама?
Ну ладно. Так. Выйти спросить Роуз про пересечение границы. Так, ну-ка. Поставь на паузу. Чё? Как переводится? Rage. Rage — это ярость или злость? Ну вообще, anger — злость, но можно как бы rage, да, ярость, порыв злости. Rage against the machine. Ярость против машины, система, да. Нас выписали завтра в садик. Это хорошо. И хоть и тебе, кстати, тоже немного посвободнее будет. Рагу против машины. Это тяжелый день на сбор крови. Ага, садик, потом на комиссии к логопедам и дефектологам. Я же понимаю, сбор крови, то можно стримить и ждать Новый год. Это да. Я говорю, хоть полегче теперь будет сейчас, потому что в садик будет ходить. Главное, блин, чтобы в садике опять не заболеть, потому что обычно так бывает, знаешь, там ребенка в садик отдаешь, и после этого там через какое-то время опять там буквально пару дней походил, кто-нибудь там заболел, и опять все по новой. Хотя, если, в принципе, ребенка прививать, то с этим должно быть попроще. Отголоски крови. Big Mama, да. Big Mama Gun. This is a little silhouette of the man. Лоуренс, да. Флэшбэки, блин, к Bloodborne. 18 буква английского алфавита. И 1 буква английского алфавита. А 9 это, получается, 28. Это 28 ударов ножом. 28 ударов ножом, говорит Коннор. Звучит Коннор Эрин. Ух, все эти локальные, блин, шутки про этот, про Детройт. Такой маленький силуэт. Силуэт маленького человека. Она тебя сожрет. Мозг сломался. Это, если что, моя версия. Привет. Здорово, Даргинго. Анджер — гнев, да. Рейдж — ярость. Происходит от детский садик. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Когда читаешь чат, ставь на паузу. Игра просто стоит и скрипит. А, понял тебя, понял. Богемная рапсодия. Юй. Так, как этот смайл ставится-то? Вот вспоминай, как. Я здесь ходил к логопеду. Не выговор... У меня, кстати, у меня проблема была. Я как, ну, как я выговариваю букву R, но у меня при этом двигается лишь одна часть языка. То есть я не могу продолжительное время букву R выговаривать. То есть R, и она у меня получается со временем превращается в букву L. Ну, если то, что я рычать долго могу, но для этого мне нужно делать усилия, то есть больше напряжения на язык каждый раз накладывать, скажем так, подавать, чтобы звук усиливался. Потому что если я буду в одном, ну, монотон это делать, да, то есть она потом превращается в букву L. Не знаю, я тоже как бы к логопеду ходил, но не получилось этот дефект исправить. То есть как бы так-то в повседневной жизни, в обычной речи вы не заметите какие-то проблемы с моей буквой R. Но вот если я буду делать это продолжительно, то я просто не смогу этого сделать без усилий. Кто в ней победит? Третья мировая война. Большие бонусы. Почему банкиры столько себе платят? Президент Уоррен в сговоре с Киберлайф. Это уже, кстати, было про сговор с Киберлайф. Ну давай, речи. Саша, 26 лет, не выговорю R. Не получилось исправить что-то. Ну вот такой, я тоже ходил к логопеду. Я помню, даже этой лопаткой поднимали. Ну точнее, как не поднимали, а прижимали одну часть языка, чтобы начинала якобы работать вторая часть языка. Но что-то как-то все это фуфло оказалось. Ничего не помогло. И вот, да, продолжительно букву R я выговаривать так и не смог. Ну как, смог, но, опять же, подавая просто больше напряжения на язык. То есть это получается, что как бы увеличение звука, то есть р-р-р-р, и громче. Вот, да, небольшая минутка из моей жизни. Надеюсь, вам было интересно. Скорее всего, нет. Так, речи, засекаем сколько сможешь, скажи. Джордж Роджерс. Ой, опять чтение журналов. Именно, все. Вот вы думали как, со мной только так и надо. Если в Арктике и правда начнутся боевые действия, кто победит? Россия имеет более удобный доступ к спорной территории. Зато Америка окружена союзниками. Россия обладает технологическим преимуществом. Ее андроиды способны работать при температурах ниже нуля. Скажите, это техника от Apple, которая вырубается при нулевой температуре на улице. Да, шуточка про айфоны. Военно-морской флот США оснащен андроидами моделей Троянец и Мермидонец от CyberLife. Они специально адаптированы для сражений на море, в то время как русские полагаются на модели Ледорез, способные прорубать путь сквозь толщу льда. Ох, это у нас, походу, отсылки к нашим ледоколам. Обе армии находятся на одном уровне, а Гарри Грейтон, президент Всемирного совета по территориальному распределению ВСТР, назвал претензии США и России на Арктику одинаково неубедительными и одинаково циничными.
Представитель ООН также прокомментировал эту ситуацию, где соперники идут ноздря в ноздрю. Именно потому, что силы равны, нужно любой ценой избегать конфликт. В этой войне победителей не будет. Уф, какие громкие заявления это в игре, а. Так, Гоша, тебе журнал на Новый год прислать? Настоящий, что ли, не пойму? Да, можно, можно, я почитаю. Язычок у Гоши не рабочий, рабочий у меня язык. Что ты, блин, такой говоришь, Миша? Язык очень даже хорошо работает. Порадуйте себя. Эй, X400 по цене от $900. Угу. Придумано в Киберлайф, сделано в Детройте. А это Кэра, что ли? Да, похоже Кэра. Видимо, разработчики очень любят цифры 28. 28 номер в мотеле, 28 рюкзак у Маркуса, 28 ударов ножом. У меня логопед относительно помог с букву R, иногда проскакивает. Но ничего в этом страшного вообще нет. Боже, Миша, Гоша сейчас опять скажет, что ты хам, нахал и грубиян. Регион Республика Крым. Гох, привет, привет. Здорово, Ромка. Дружище, как твои дела? Как твое настроение? А это просто реклама, короче. Так что нормально у меня все с языком работает как надо и где надо. Но это так. Полиция! Людям об этом это знать полиция. Не обязательно. О, полицай! Айнсвайн, полицай! Дверь найти улики, указывающие на диван. Они знают, еще... что... Так. Четыре улики. Улики! Мы дома. Надо... Так. Дверь найти улики, указывающие... Открывать! Поговорить. Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь. Я знал, что этим кончится. Наверху прячется горячая кухня. Я же знал. Наверху. Идем, Алиса. Так. Так, все, тихо. Всем. Я чат не читаю, пока вот такие действия происходят, я чат не читаю. Раз, улики. Так. Что там по времени? Где время? 30 секунд! Едить твою налево! 30 секунд! Так. Спрятать улики. Ага, так, два улика. Улики. Едить, колотить. Прибодрить. Спокойно. Алан, успокойся, и тогда все будет хорошо. Мне кажется, зря я к нему подошел сейчас. Подожди. 15 секунд. Дверь закрыть. А, блин, а какая же еще может быть улика? Holy fucking shit. Спрятать андроидов. Так. 11 секунд. Одна улика. Так. Сверху улики, по идее, никакой не должно быть, правильно? А может и неправильно. Блин, они же первый этаж, может, посмотрят. Вот плохо то, что не показывает вот таким образом про улики. Ох ты ж, ёх ты ж, пух ты ж. Пошел открывать, иначе будет совсем плохо. 3. Все, иду открывать. Открывай. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Так. Добрый вечер. Я какую-то одну улику не нашел. Вечер. Плохо это очень. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. Интересно, где я, блин, улику еще одну оставил? В доме еще кто-то есть? Там... еще моя дочь. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет. Нет, тут нет никаких андроидов. Вон детские вещи, наверное, улики, да, были? Ну ладно. Так, что он хочет?
не вызывать подозрений. Приготовить кофе, найти улики, указывающие на... Блин, где же еще одна улика-то? И, кстати, это еще можно сделать, по идее. Так, ребят, я почитаю вас потом. Ладно, я прям волнуюсь тут так. Так волнуюсь. Спокойно, наливаем кофе. Главное не перелить. Вот где может быть... Ё-моё. А. Вроде как крови нигде не было. Блин. Спасибо. Так, где же может быть еще одна улика-то, а? Тут все закрыто. Так, найти улику, указывающую на девиант. Осталась еще одна улика, блин. Может где-нибудь кровь? Ну нет, кровь бы я, наверное, увидел. Я так думаю. А, там процент показали, да? Процент того, насколько он как бы подозревает меня. Кажется, ваша дочка проснулась. Пойду посмотрю. А, не вызывай подозрений. Вхожу, что сказал про нее, а? Блин, я переживаю, что я мог еще не найти. Сейчас, ребят. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам? Эти андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я ничего не видел. Это было, конечно, подозрительно. Все, уходите, товарищ полицейский. Просто уходите. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. Фух. Спасибо, офицер. В доме еще кто-то есть? Собака. Собака, она в прачечной спит. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Спасибо. Пока, Адам. Блин. Уехал. Ох, блин. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Ох, блин. Лютер доверия. Это Роуз. Фух, блин. Спасибо, Адам. Не выдал. Вы приготовьтесь. Фух. Уходим сегодня. Сейчас, ребят, сейчас дайте я отойду. Я сейчас обязательно почитаю столько эмоций. Я за нее волнуюсь больше, чем за любых других персонажей. Ничего примечательного. Охренеть просто. Так, дайте теперь почитаю, что там. Ух, все написали-то, а. Так, неплохо. О, Третья мировая войнушка. Приветик совсем, Куку. Как твои дела? Так, выходит, что Крым Гоша. Да, Крым мой, язык работает как надо и где надо. Слово не воробей. Вы ничего не докажете, ребят. Все, что... было произнесено на стриме, останется на стриме. Угу. Нажми на стену, чтобы она поглотила твоих врагов. А как хочется помочь. Ромка, с третьим уровнем тебя. Поздравляю. Ну все, нам звездец, да. Поступило сообщение о размещении у вас дома андроида. Журнал. Не журнал. Прям перед ним прошел. Фаренгейте тоже улики надо было прятать от копа. Да, и в этом надо было прибираться в кафешке, в забегаловке, в туалете. Под лестницей голубика. Он хочет красного льда подкинуть. Ай-яй-яй-яй-яй. А чё интернет не отключается? Самый мощный хлопок произошел на нашей звезде. В смысле? Какой хлопок? Какой такой хлопок? Что-то про киберпанк, что ли? Или чё там? Журнал! Чипы из телефонов, которые при упоминании андроидов блокируют сеть, извлекли.
Выходит, такой шкаф. Наш слуга чуть не мусорнулся. Вы кто такие? А, вы полиция. Дайте минуточку. А, да, у нас код красный. Тут милиция. Хорошо, КРПСП. Может, ты так и не заметил журнал-то? Нет, я мимо него ходил, мимо журнала, но он нельзя было его убрать. Так, смотрим вообще, что у нас здесь. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Пошло, 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 пошло. Так. Алиса подошла к Мэри. Не дайте Алисе подойти к Мэри. Так. Адам вернулся. Читать журнал. Но мы что-то еще могли осмотреть дом, мы что-то еще могли в доме сделать. А я все время прочитал журнал. Полицейские двери. Адам запаниковал. Открыть дверь. Успокойте Адама. Получилось. Открыть дверь. Кэра вынуждена открыть дверь полицейскому. Так, спрятать пакет с голубой кровью. Найти, скрыть присутствие девиантов. Вот что-то, какой-то один след я не нашел. Ну ладно. Так. Верить Алисе, ключ распятится. Закрыть дверь в прачечную. Спрятать одежду андроидов наверху. Отлично. Так, успокойте Адама. Вы приготовили кофе. Полицейский увидел статью. Поговорите с полицейским. А, статью он увидел. Полицейский обратился к Адаму. Угу. А статья как раз была про андроида. Блин, я ж не перевернул журнал. У меня журнал остался на странице с андроидом. Хреново. Вы обманули полицейского. Полицейский ушел. Мировая статистика. 81% сделали точно так же. Всего 20... Блин, прикиньте. Всего 25% людей, получается, читали журнал и перелистывали на другую страницу. То есть четверть из игравших сделала точно так же, как я. То есть они прочитали этот журнал. Ну или, может, быстренько пролистали его. Но сам факт, что всего лишь четверть играющих, блин, с этим журналом что-то делала. А друзья, 40% друзей прочитали статью. Видите, у меня вот, блин, друзья какие образованные. Все статьи читают, все журнальчики листают. И 90% обмануло полицейского. То есть вот так вот у меня. Хитрецы, хитрецы, ребята. Хитрецы, умные хитрецы. Эрудированные. 9 ноября 2038 года. Блин, там же статистика была, надо было посмотреть статистику слева, сверху. А так, час 51 ночи. Наш ролик во всех новостях. А, она знает. Все, ребят, да, я время смотрю, я уже 2 часа 40 минут стримлю. Все, на этом пока мы с вами остановимся. Переходим в главное меню. Вот, а то сейчас я дальше бы пошел. Забылся уже и пошел дальше, блин, по сюжету. Так. Так, 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 так. Ты когда шел ему кофе наливать, прям мимо журнала с активной кнопкой прошел. И такой, где же ты? Клика. Улика. Вообще поражаюсь, идиотов. Вышла какая-то дура, попела. И тут весь чат начал смайлить вопрос. Зачем? Ну-ка, их все равно никто не видит. Да мы и чат с вами уже скорости. Давно вместе играем. Ну, смысл в нем что-то писать. Бараны не меняются. В какую зарагу сорта. Мы же друзья? Конечно, друзья. Да. Она мне нравится. Конечно. Почему бы человеку не подружиться с машиной, правда? Правда. В общем, я рада, что вы согласны. Очень реально удачное решение было эту актрису. Ну, если это, конечно, реально, да, актриса, да, поставить на титульный экран. Она прям себе располагает внешностью своей. Так, мы не спрятали выпуск журнала «Популярная механика про андроидов». Я про канал Кибра думал, что Путин расскажет, а там какая-то девка попела и все. И то попела такой себе панаш, короче. Спасибо за стрим. Здрасте, мистер Гик. На игру смотрю, я пошел в Watch Dogs Legend тогда, что ли. Никит, ты будешь в Watch Dogs запускать стрим? Я посмотрю, вроде сейчас как там больше-то никто у нас не стримит. Если да, давай сейчас что-нибудь пока себе дополнительный материал какой-нибудь открою здесь, посмотрим. Видеоролик, а потом тогда к тебе пойдем как-то. На это смотришь. Будешь запускаться? Так, звезда по имени Солнце. Там выброс массы произошел в сторону нашей планеты. Сегодня мы увидим сцену. Да, кстати, вы знаете, что можете оценить свой прогресс в секции серьезно? Сюжета? Серьезно? Не, без стрима. А также увидеть, ну, ладно, как поступили другие игроки. Посмотрю, на кого можно перекинуть. Так, 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 так. Немножко меню уже флиртует с тобой. Ну да, да. Находим как-то общий язык. Что с ней топ? А что с ней такое? Не знаю, что с ней такое. Так, без стрима. Да, значит, тогда вас, наверное, сейчас на Лолу, на Фазмофобию пока что перекину. Вот, мы с вами увидимся, может быть, через часик-два на Dead Cells, скорее всего. А может быть, поиграем в осаду немножко, посмотрим. Тоже с Никитой поговорю, как он там захочет, может быть, ближе к вечеру. Блин, вот смотрите на ее мимику, а. Прям, уф. Симпатичную девушку выбрали.
Вот, так что да, ребятки, всем большое спасибо, что были на стриме. Всех вас рад был видеть. Так, и тех, кто очень редко заходит, и тех, кто часто заходит. Прям сегодня активные, позитивные, что не может не радовать. Вот, хорошего вам настроения на сегодняшний день. И надеюсь, еще с вами сегодня увидимся. А если нет, то значит увидимся в следующий раз. Так что всем пока-пока, давайте пожелаем Лоле хорошего стрима. И да, пока-пока. Киберпанк у нас будет доступен только в полночь, да, или в 3 часа ночи по московскому времени. Но я его запущу завтра утром. То есть я, наверное, ночью все-таки буду отдыхать, я так думаю. Если человек не нашел ничего, за что готов умереть, ему незачем жить. Это сказал Мартин Лютер Кинг. Вам понравилось? Да, понравилось. Я сегодня вспоминал про Мартина Лютера Кинга. Она, кстати, говорит иногда, мне нравится то, как обставлен ваш дом, или, упс, у меня неполадки в программе, перезагружу игру. Нормально так, прикольно.